наш организм человеческий возник не для того, чтобы он был человеческим организмом, а для того, чтобы приспособиться к тем условиям, которые существовали миллионы, а то даже и миллиарды лет назад. И наше тело создано из взаимовлияний самых разных живых организмов. И экосистемы вообще в глобальном смысле, и климата в глобальном смысле, и планеты в глобальном смысле. Если начать издаля, с самого начала, то стоит сказать о возникновении жизни. Правда, в этом вопросе я не такой прям великий специалист. Есть несколько концепций, как могла возникнуть жизнь. Ну, в частности, концепция так называемого первобытного бульона. Конечно, в кавычках скорее надо все это ставить. Но мораль сводится к тому, что на первобытной Земле, порядка там, 4 миллиардов лет назад, сложился определенный комплекс условий, то есть определенная там, температура, влажность, ну, с водой там было, в общем, более-менее в порядке, содержание фосфора, азота, кислорода, там, и все, и там, углерода и всего прочего, которые позволили химическим веществам соединиться определенным образом. Что замечательно, в настоящее время ученые придумали довольно много альтернативных вариантов, как могла возникнуть жизнь, а реализовался на практике только один. То есть прикол заключается в том, что придумано много вариантов, как жизнь могла возникнуть. И, в принципе, если это пытаться сделать, то можно сделать жизнь несколькими разными способами. Но мы возникли каким-то определенным, и несмотря на то, что детали я раскрывать не стану, потому что сам в этом не великий спец, но существенно, что именно эти условия задали все наши основополагающие качества. То есть нашу зависимость от воды, нашу зависимость там, от азота, опять же, от фосфора, от йода, от железа и там, прочих элементов, какие только не есть, сколько вот нам всего это надо, это определялось жизнью вот этих первых протобактерий, которые, строго говоря, даже еще и бактериями, в общем-то, не были, но, тем не менее, уже как-то там шевелились, что-то такое делали, что-то творили. И это накладывает определенные ограничения, на самом деле, на нас. То есть то, что мы можем и чего мы не можем, ну, допустим, там, жить без кислорода, да, у нас не очень получается в данный момент, или летать в космосе тоже у нас как-то не очень задается, ну, только там в космической банке, да, этой жестяной. Это определено было вот теми задачами, которые стояли перед этими бактериями и археями. Но это было очень давно, это уж совсем дремучие времена. Мы все-таки настолько далекие не будем рассматривать, а чуть поближе к нам. В начале фанерозоя, ну, фанерозой это эон, он делится на три эры, и вот в первой из этих эр в палеозое вначале, на протяжении кембрийского, ордовикского и силурского периодов, наши предки жили в окружении всяких супостатов. Для начала это были всяческие трилобиты, потом это были аномалокаридиды, потом это были наутилоиды, моллюски с прямой раковиной, потом это были ракоскорпионы, ну, на самом деле, не только они, а всякие прочие. Все эти существа имели прочные панцири, они имели клешни, они имели всяческие там хелицеры, цеплялки, которыми жрали наших предков. И наши предки в это время были, наверное, самыми беззащитными существами, ну, если не брать каких-нибудь там медуз, да, которым совсем все плохо, но в этих условиях надо было как-то выживать. И вся эволюция – это решение проблем. Поскольку наши предки были просто мясом, которое все, кому не лень, ели, надо было сопротивляться, и наши предки решили изобретением нескольких таких ключевых моментов. Для начала появилась хорда, ну, на основе которой потом возник, в общем-то, внутренний скелет. Но, в отличие от всех других, наш скелет стал внутренним эндоскелетом, а здесь это так называемый экзоскелет, панцирь, которые накладывают свои ограничения. Из-за того, что у всех этих беспозвоночных внешние твердые покровы, они слишком тяжелые, это не дает им вырастать слишком большими. Ну, на самом деле, в воде можно дорасти, допустим, некоторые наутилоиды там даже до 9 метров вырастали, но все равно, как бы, что такое 9 метров, да? И сама зверюшка, на самом деле, не такая большая, это раковина крупная. А трилобиты самые большие, ну, там, с полметра, скажем, длиной, да? Аномалокаридиды тоже, ну, там, размером с собаку, грубо говоря, да, если вот на современных животных переводить. Наши же предки изобрели внутренний эндоскелет, опорный штырь, хорда, ну, это такой по составу типа хряща, ну, хотя он как бы не хрящ гистологически, но тем не менее, который служит для прикрепления мускулатуры, дает некую как бы прочность, гибкость и скорость.
Но практически ничего не весит, поскольку по плотности он почти равен воде. То есть получается плавучесть, строго говоря, нулевая, как бы, да, ну, не положительная, не отрицательная в воздухе, он как, ну, в воде, в смысле, в толще воды висит, вот, а при этом может быстренько куда-то грести. И это очень здорово, чтобы уплывать от всех вот этих вот врагов. В последующем на основе хорды, обрастая вокруг всяческими там органическими веществами, сформировался уже нормальный скелет, такой костяной. Но это было сильно позже, правда. Следующее достижение, великое наше, это нервная трубка. У всех противников нервная система была организована по ганглиозному типу. То есть есть ганглии, расположенные там или в голове, или где-то в теле, связанные нервными цепочками. Но такая система не может быть слишком большой, потому что такое ганглии? Ганглии – это кучка клеток, лежащих вместе, да, ну и какие-то там функции выполняющие. Но это именно такая плотная кучка. И те клетки, которые находятся где-то в самом центре, в глубине, с некоторого момента при увеличении размеров этого ганглия перестают получать питание. То есть питание идет снаружи, ну каким-то там аналогом крови, и питательные вещества в глубину просто уже не проникают, потому что наружные клетки все расхватывают. А у наших предков нервная система приобрела форму трубки. А у трубки питание идет как снаружи, так и изнутри, через спинномозговую жидкость, которая там в этой внутри трубки находится. Получается, что толщина стенки трубки может быть как диаметр нервного ганглия, а общий объем возрастает неимоверно. Ну а дальше можно еще переднюю часть этой нервной трубки увеличивать пузырями, из которых в итоге получается наш головной мозг. Ну правда, в тот момент еще его не было, но чуть попозже он появился. И, как выяснилось, это классный способ, за счет чего можно наращивать мозг практически до бесконечности. У человека не рекорд на самом деле, у человека где-то в среднем 1350 грамм, а если это слоны или киты, там и до 9 килограмм можно наращивать, и потенциально еще и больше. И это дало соображение. Ну, правда, у первых хордовых нервные трубки как бы хватало без всякого головного мозга, и не сильно они там были интеллектуальные. Если посмотреть на современного ланцетника, например, да, то интеллектом он не блещет, то есть, в принципе, он может воткнуться в почву, фильтровать что-то такое, если его шугануть, он или закапывается поглубже, или приплывает немножко дальше, снова втыкается и снова там фильтрует. В общем-то, как бы и все. Но главное было начать, как обычно бывает, и дальше они продолжали. Таким немаловажным достижением, ну, не эксклюзивным, явились глаза. Правда, тоже не с первого момента, но вот уже там у какой-нибудь этой метаспиргины, например, глазки уже вполне себе сформированы были. Глаза вообще образовывались много раз и более-менее независимо. Даже у некоторых кишечно-полостных какие-то там фоторецепторы есть, и у всех вот этих наших противников глаза тоже были, причем иногда даже гораздо круче. Фасеточные глаза, а у трилобитов они к тому же еще и хрусталем покрыты, что вообще здорово. Но у наших тоже, в общем, сформировались на первых порах так себе, прям скажем. Но чем дальше, тем лучше. А зрение – это супер классная вещь, потому что позволяет оценивать огромное количество всяких параметров, которые иначе мы никак не узнаем. То есть расстояние до объекта, размер объекта, скорость его передвижения, какие-то там характеристики формы и так далее, и так далее. Чего нельзя получить из других органов чувств, из осязания или там хеморецепции, да, то есть если какой-то хищник плывет и пахнет мимо, то по запаху определить его расположение, скорость и направление практически нереально. Вот, и по запаху от кого-то прятаться, например, да, или наоборот догонять можно, но проблематично. Там по следовой какой-нибудь дорожке, допустим, да, на песке. Ну, поэтому у нас хеморецепция так себе. С осязанием тоже проблемы. То есть можно, конечно, находить хищника на ощупь, да, но он-то тоже как бы чувствует что-то. Если найти кого-то, о, это хищник, ой, зубы у него там, да, это не очень классный способ, но можно как бы без рук остаться. Ну, рук у них, правда, не было, но как бы и без ничего можно остаться. Вот. А с глазами все очень здорово. Можно хищника издалека увидеть, добычу можно увидеть, ну, если сам кого-то ловишь, да, и вообще там куча всякой информации получаете. И неспроста в итоге у нас уже у людей на выходе, как в итоге, зрение – это ведущий орган чувств. Вот, но тогда оно началось. Тоже не строго эксклюзивный, но очень классный, классным приобретением стала замкнутая кровеносная система. В принципе, она и у кольчатых червей замкнутая кровеносная система, но наши тоже это независимо развили, предки. То есть это система, когда есть много-много трубочек в организме, по которым кровь циркулирует, но наружу за пределы этих трубочек не выходит. Ну или там как-то она отфильтровывается, но как бы далеко, по крайней мере, не уходит. В отличие от незамкнутой у наших противников,
у которых просто вся внутренняя полость тела заполнена какой-нибудь там гемолимфой, и сердце представляет собой такую трубку, открытую на концах с всякими там щелями по бокам, которая просто перебултыхивает эту жидкость в организме. Но сосудов как таковых, ну, по крайней мере, там мелких нет капилляров, да, там какие-нибудь большие могут быть, но маленьких нет. И вот эти питательные вещества и кислород, ну, там не у всех через кровь вообще кислород передается, но питательные вещества и там какие-нибудь гормоны, они вот куда их перебултыхнуло, сердце, туда они и дошли. А целенаправленно направить их куда надо, в общем-то, нельзя. И какой-нибудь там трилобит или, не знаю, там рак-скорпион, он не может усиленно начать, скажем, думать, да, и туда направить кислород и питательные вещества, но при этом расслабить ножки, например, или наоборот, ускорить движение ножек и расслабить мозги. То есть у него работает или все, или ничего. Получается очень неэкономная система. А за счет замкнутой кровеносной системы можно в определенном месте капиллярочки расширить и, например, начать думать, как, надеюсь, делаете вы сейчас. Ну и я пытаюсь, по крайней мере, немножко, да, то есть в мозгах кровеносные сосуды расширяются, ну, по поверхности мозгов, мозги начинают питаться и работать, а ножки можно расслабить, они не работают, сейчас никто не бегает особо, да, и можно их и не питать, зачем энергию тратить, или там кишечник, например, да, ну, если вы перед тем, как сюда прийти, не поели, то, в принципе, кишечник как бы не должен работать, что ему работать, ну, вот, а если поели, наоборот, должен кишечник работать, а там, не знаю, печень, допустим, какое-то время может молчать, и так далее, и так далее. Получается экономия энергии в организме, это очень выгодно, тем более при их размерах, всего ничего, там несколько сантиметров, да, силы, и способ питания у них было фильтрование, там, ну, на этом как бы проблематично довольно прожить, много еды с этого не получишь, надо экономию иметь. И они, собственно, этого достигли. А в итоге это стало вот таким мощным подспорьем для развития, в том числе, нашего интеллекта. Потому что с ганглиозной системой и незамкнутой кровеносной системой большого интеллекта не разовьешь. Ну, какие-нибудь там муравьи и термиты пытались, в общем-то, и по-своему у них получилось, но как бы до нас они, очевидно, не дотягивают. Естественно, если есть плюсы, должны быть и минусы. И минусом стала потеря защиты, прочности, потому что никаких экзоскелетов внешних вот этих панцирей у наших предков не было. Может быть, даже с самого начала, но какая-то там кутикула, в принципе, вот у юнанозоана по спине видно, идет такая плотная какая-то штуковина, но это не панцирь, это не раковина. Хотя некоторые хордовые в последующем пытались такое развить, и несколько раз параллельно, причем независимо, возникали панцирные рыбы среди бесчелюстных, среди челюстных, которые тоже покрывались такой коробочкой снаружи, да, но становились, по сути, аналогами, ну, в каком-то смысле, беспозвоночных, таких вот забронированных, и в итоге все вымирали. Ну, а среди современных животных тоже есть какие-то там черепахи, например, да, ну, и вот они уже там с триасового периода черепахи и никуда дальше не двигаются. Так что прочность и защита, они в каком-то смысле обратно пропорциональны подвижности, ну, и, соответственно, в каком-то смысле и сообразительности. И, в общем, можете хорошо, что их не стало. Но, как бы, иногда все-таки хочется быть защищенным. Ну вот, и с нашими вот этими мягкими покровами уязвимыми иногда бывает не очень уютно. Ну, что поделать. Дальше наступил Девонский период. Девонский период – это время, когда планета стала теплеть. Он очень жаркий. В ряду первых самых таких жарких периодов, то есть в Кембрии было очень неплохо, потом дальше в Оцене, но это сильно позже, а в Девоне климат был самое то, включая полярные области, какую-нибудь там Антарктиду, там и все прочее, ну, правда, Антарктида, она там чуть не на экваторе в это время была, ну, и, в общем, на полюсах, короче говоря, тоже было очень здорово. Кроме того, в Девоне появляются сосудистые растения, то есть те, которые научились убивать собственные ткани и делать из них проводящую систему и заодно еще и механическую ткань. А это позволило растениям стать большими. И на планете, ну, где-то с середины, по крайней мере, Диона, появляются уже нормальные деревья и, более того, леса. Правда, растения стали большими, но недоразвили корневую систему. То есть, ну, корни, в принципе, были, как явление, да, но механическая ткань там была небогата, и они были довольно хиленькие. Это компенсировало всякими корневищами, то есть подземными стеблями, но тоже так себе это получалось. Поэтому все эти деревья регулярно падали там при первом ветерке. Ну и почвы, кстати говоря, такой, как сейчас, тоже не было. То есть это песок, по сути, был, потому что никакой не травы, там ничего. И все это рушилось периодически, падало в воду, и там благополучно гнило. Но среди грибов и бактерий на этот момент
не было нормальных редуцентов, которые бы могли разлагать древесину. Лигнин, ну вот клетчатку, да, то, что называется, потому что растения научились очень классно синтезировать вот эти хитрые полимеры углеродные, но ферментов, которые способны были бы это разложить, бактерии и грибы пока еще не изобрели. И поэтому огромное количество этой древесины накапливалось в воде, ну, все-таки с какой-то скоростью потихонечку все это гнило, расходуя кислород, а вообще в болоте получался бардак, то есть огромные завалы всей этой древесины. Вот. К тому же вода местами была не такая уж прям глубокая, ну, то есть, понятно, были океаны и моря, но наши предки в это время жили в довольно мелководных лагунах или там каких-то болотах прибрежных, ну, около морских таких, да, полусолоноватых, полупресноводных, а за счет того, что они были очень мелкие, они очень сильно нагревались, и количество кислорода там было очень невелико. Ну, в горячей воде газы растворяются плохо. На самом деле, что легко проверить, нагрев газировку, например, или там шампанское у кого-то не хватит, и посмотреть, что получится. Ну, вот, соответственно, в этих мелких водоемах получались заморные условия. Ну и сейчас регулярно такое возникает, когда еще там какой-нибудь цвести начинает водоем, да, и вся рыба там дохнет. Вот. Но наши предки дохнуть не очень хотели, честно говоря, и поэтому эти проблемы решали. И потихонечку становились амфибиями. По пути они развивали много всяких вещей. Например, легкие, поскольку дышать в воде жабрами уже как бы не очень получается, там кислорода немного, хорошо бы кислород заглатывать из воздуха. Но из воздуха жабрами заглатывать не получится, потому что жабры будут пересыхать быстро и как бы отказывать. Вот. Тогда возникает вырост глотки, пузырь такой большой, который тоже обрастает кровеносными сосудами и начинает впитывать кислород из атмосферного воздуха. Вот получают, собственно, легкие. В качестве такого побочного эффекта дыхания, опять же, вот, атмосферным воздухом, развивается еще, ну, в качестве такого бесплатного дополнения, шея, например, потому что если большая рыба лежит в воде, заглатывать воздух с поверхности ей может быть неудобно на самом деле, потому что если она длинная, поворачиваться вот так, да, заглотить довольно сложно. Вот, хорошо бы поднимать голову вертикально. И там парочка позвонков, ну там хотя бы один, да, переформируется и становится шейными позвонками. Ну, к тому же, эти наши предки в немалой степени, видимо, питались тем, что там падало сверху в воду, и тоже поднимать голову, чтобы захватить что-то плавающее по поверхности, тоже очень здорово. Вот. Ну, хотя это, может быть, и не главный фактор был, потому что они были хищники, и, в принципе, обычно они гонялись за другими рыбами. Но в воду вот эти мелкие периодически высыхали, не только заморные были, а еще просто высыхали, и возникала задача переползти куда-нибудь в другой водоем. Для этого была уже готова преадаптация, потому что еще в тот момент, когда они на сушу, в общем-то, ни разу не стремились, им надо было переползать вот через те самые помянутые буреломы на дне водоема, когда вот эти все там сформировавшиеся деревья нападали, и надо через них как-то ползать. Поэтому у них уже на готове были кистеперые плавники. Поэтому, собственно, эти древние рыбы в общем плане называются кистеперыми рыбами. Ну, это такое не очень таксономическое, но удобное название. И на вот этих толстеньких плавничках, которые были растопырены и которые передвигались, как у нас ручки-ножки последовательно, как, собственно, даже современная латимерия океанская, да, по дну ползает, они лазали по этим буреломам, а потом оказалось, что на них можно и на сушу тоже вылезать. Вот, на сушу они вылезали по разным причинам, на самом деле, там куча поводов есть. Не только, чтобы перебраться в соседний водоем, где еще есть вода, и, может быть, даже и не столько, а, например, чтобы отложить икру где-нибудь в безопасном месте. Поскольку, если есть какой-то водоем основной, главный, там куча зверья, и в том числе они сами главные хищники, да, эти кистеперы, если там отложить икру, ее кто-то 100% сожрет. И мальки, если там вылупятся, их тоже сожрут. Это неприятно. Вот, поэтому хорошо бы залезть в какой-то бочажок где-нибудь там за каким-нибудь бугорком, да, изолированный небольшой, маленький, там отложить икру, там все это выведется, а потом эти детеныши должны вылезти снова в большой мир, снова в большой водоем, потому что в маленьком им просто питаться нечем, да, они там не прокормятся. Вот, и многие современные рыбы, собственно, так делают на самом деле, и амфибии тоже так делают, то есть размножаются где-то в одном месте, где никого особо нет, чтобы там это потомство выросло, ну, в таких яслях, а потом они выбираются в какое-то более оживленное место. И тут вот эти кистеперые плавнички оказываются очень выгодными, очень здорово, можно лазать. Но, правда, при переползании по суше возникает проблема высыхания, потому что солнце-то шпарит, а это очень жаркий период, и
надо, чтобы вот за это время, да, перемещение по суше не помереть, не поджариться. Ну, в этом смысле немножко удобно, что все-таки появились деревья, которые давали какую-никакую тень. Это вот тоже помогло нам на самом деле. Без тени от деревьев, от растений, с широкими более-менее листьями, наши предки, может, на сушу бы никогда и не вылезли. Но гораздо эффективнее было покрыться железами, которые выделяют слизь. И многие современные рыбы, которые выползают так или иначе на сушу, они выделяют много всяческой слизи, чтобы не сохнуть. И наши предки, собственно, так и стали делать. Чешуя у них через некоторое время редуцируется, исчезает. Хотя, кстати, у первых амфибий там сплошь и рядом они чешуей тоже были покрыты. Но все-таки рыбья чешуя пропадает потихонечку, а заменяется на железы, выделяющие слизь, ну, чтобы как бы не высыхать. В последующем эти самые кожные железы нам чрезвычайно пригодились, чтобы на их основе сформировать волосы, потовые железы, сальные железы, молочные железы. И даже само название нашего, да, класса млекопитающие – это производное вот этих потребностей, этих там кистеперых рыб и первых амфибий, которые должны были просто не высыхать на суше. Ну, кроме этого, понятно, там еще много чего менялось. То есть менялись и органы чувств по пути, потому что то же самое зрение в воде и на суше работает совершенно не одинаково на самом деле, ну просто плотность среды другая. И обоняние тоже работает не так, потому что одно дело нюхать в воде, а другое дело на суше. И в этот момент орган обоняния разделяется на два органа, обонятельный и якобственный орган, да еще и вкус, кстати, более-менее тоже отделяется, сам по себе становится, ну хотя у рыб он уже был. Между прочим, вкусовые рецепторы пропадают с кожи, потому что у рыб-то у многих вкусовые рецепторы есть по всей поверхности тела, и они чувствуют вкус вообще воды, в принципе, вокруг, да, а не просто во рту. А когда вылезли на сушу, ну, вкус воздуха чувствовать как-то неинтересно, там, ну, концентрация не такая велика этих вкусовых молекул, а во рту остается, ну, вот у нас до сих пор так и есть. Вот, и масса-масса всего остального, естественно, там сердце, там выделительная система и все прочее тоже потихонечку перестраивалось. Но это было основное. А понятно, что были, как обычно, и утраты. Ну, надеюсь, этого симпатичного гражданина вы узнаете. Ну, кто помладше, может быть, и не очень. Но если не узнаете, советую пересмотреть фильм про Ихтиандра, человек-амфибия. Жить в воде мы теперь не могем. То есть, один раз вылезши на землю, на сушу из воды, способность жить в воде мы таки потеряли. И если человека туда окунуть, ну, какое-то время он еще поболтыхается, а потом ему совсем загрустит. Ну, вот поэтому так уже не получается. Ну, некоторые, правда, в последующем потомки вот этих сухопутных в воду все-таки возвращались. И есть там морские черепахи, морские змеи, там были всякие ихтиозавры, плезиозавры, мозазавры. И среди млекопитающих есть дельфины, тюлени, моржи, там и всякие такие бобры, да, которые так или иначе в воду лезут, ну и люди некоторые склонны, вот недавно лето было, и наверняка кто-то из вас это пытался сделать, вот, но получается, прям скажем, так себе, то есть все равно как бы мы слишком уже сухопутные, чтобы вернуться назад. Ну и как вот у Беляева описано, там человек-амфибия, у которого были пересажены жабры молодой акулы, да, ну если человеку пересадить жабры молодой акулы, ему не хватит кислорода. Мы слишком уже затратные по кислороду, чтобы это реализовать. Но прогресс шел своим путем. И в следующем карбоновом периоде появляются новые проблемы и новые достижения, ну и новые утраты. Карбоновый период замечательный тем, что он тоже был, в общем, довольно теплый. Ну, не то, что прям очень жаркий, но такой вполне себе. Там, правда, несколько ледниковых периодов случилось за карбон. Но наши предки жили, в общем, в нормальных местах, где было более-менее тепло. И в это время сосудистые растения достигают уже такого приличного состояния. Возникает огромное количество всяких папоротников и голосеменных, то есть такие более-менее как бы елки вырастают, ну, к концу, по крайней мере, карбона, и покрывают сушу. Возникают леса, такие нормальные, полноценные леса. А в этих лесах, ясное дело, возникают насекомые, в частности, тараканы. Ну, не только тараканы, там много всякого было, и гигантские стрекозы, всякие там диктиоптеры, и там масса-масса там каких-то отрядов, которых сейчас даже и нет. Вот, но тараканы – это самое классное, ну, тараканообразные, скажем так, потому что там не один даже отряд, ну, потому что их было дофига, и они большие, сочные, очень вкусные, само собой. Вот, наши предки до этого, которые были кистеперые рыбы и первые амфибии, они были хищники крупные, вот, и жрали там или рыбу, или друг друга, вот, но когда они уже приспособились более-менее вылезать на сушу,
а на суше много всяких вкусняшек, да, вот этих тараканов, ну, а там еще там скорпионы, многоножки, вот, то все это, ясное дело, хочется сожрать. Но есть проблема, потому что предки амфибии, они водозависимые, и при долгом нахождении на суше они так или иначе высыхают и помирают. Это неприятно. Поэтому стали появляться новые приспособления к тому, чтобы не высыхать. Во-первых, покровы тела. Ну, вот, допустим, геланомус, да, это одна из первых рептилий, таких более-менее оформленных. Ну, их там вообще довольно много известно, но геланомус, наверное, первый такой пример. Они окончательно избавились от амфибийной вот этой влажной кожи, которая, ну, какое-то время как бы помогает, да, но все равно в итоге сохнет. И покрылись снова чешуей, но уже не рыбьей чешуей, а на новом уровне рептилийной чешуей. И кожа стала сухой. Правда, надо сказать, не все так сделали. Некоторые самые отсталые все-таки амфибийность в коже не потеряли или не до конца потеряли, и, собственно, из них-то мы и получились. То есть, как часто бывает, все самое новое и клевое возникает из чего-то такого недоделанного, корявенького и убогонького. И, собственно, мы так и пошли по такому пути. То есть, мы недоделанные рептилии, то есть, такие как бы уже вроде и не очень амфибии, но как-то вроде и не очень рептилии, как-то не то, не сё, серединка на половинку. А если бы наши предки все-таки нормально эволюционировали, и как вот геланомусы и там их потомки получили чешуйчатую кожу, ну как ящерицы какие-нибудь, там крокодилы-черепахи, да, то до сих пор так бы рептилиями и были, и ничего бы нам не надо было. Ну, собственно, вот обычные рептилии стандартные, они так до сих пор и есть. Но это половина проблемы, на самом деле, потому что главная эта задача не во взрослом животном. В принципе, современные всякие там жабы, лягушки, они с этой амфибийной кожей на суше тоже могут прекрасно жить. И даже в пустынях, в принципе, амфибии есть. Вот. А проблема-то в детенышах, потому что икринка, обычная, стандартная, амфибийная, она быстро сохнет. И у нее тоненькая оболочка, она теряет воду, высыхает и погибает. Вот. Ну, если икру, допустим, баночки открываете, да, и в холодильнике оставляете на пару дней, она так скукоживается и потом на зубах вязнет, очень не здорово. Вот. Соответственно, можно с хлебом смешивать, тогда не будет вязнуть. Но нужно эту проблему решать. И возникают новые оболочки вокруг этой самой икринки. Та оболочка трофобласт, которая была, она переформатируется в скорлупу, становится как бы новой такой прочной или кожистой, или известковой скорлупой оболочкой, которая и воду не очень пропускает, ну, хотя она водопроницаемая как бы по определению с самого начала, но главное дает механическую защиту, чтобы уже на суше лежать и как бы, ну, более-менее как бы защищена. А самое главное, возникает внутренняя дополнительная оболочка под названием амнион. Вот то, что написано. Это тоненькая пленочка, которую вы легко можете наблюдать на яйце, если яйцо тюкнете, и под скорлупой там тоненькая такая пленочка. Вот это и есть амнион. А самое-то главное, что он уже почти водонепроницаемый, ну почти, и внутри него находится амниотическая жидкость. Ну, в русском языке белок яйца, вот это вот внутри содержимое, да, полужидкое, это оно и есть. То есть это личный индивидуальный водоем, в котором болтается зародыш. То есть раньше он плавал в этом содержимом икринки, да, ну, которая там от воды не сильно отличается. А теперь он плавает внутри этого белка все время. И различие между амфибией и рептилией, ну или амфибией и нами, что то же самое, в общем-то, не в том, что у амфибии есть икринка, потом головастик, потом метаморфоз, взрослые, а у нас как бы мы сразу рождаемся готовые, да, и никакого головастика вроде как нет. На самом деле все стадии у нас ровно те же самые. И есть у нас стадия и с жабрами, и без ножек, и все вот как с головастиком один в один. Но разница в сроках, в темпах перехода как бы из одного состояния в другое. То есть у лягушки вначале из икринки вылупляется головастик, а потом происходит метаморфоз, когда он уже плавает где-то там в болоте, да? А у нас вначале происходит метаморфоз, а потом мы вылупляемся из этого самого амниона. И вместо вот этого лужи, как бы, да, внешней среды, у нас есть амниотическая жидкость. Вот такой классный бассейн, который еще к тому же и скорлупой покрыт, что совсем хорошо. Вот. Ну, правда, скорлупу мы потом потеряли, потому что живородящие стали. А амнион у нас так до сих пор и есть. Ну, и вот на фотографии, да, это зародыш человека внутри амниона, амниотического пузыря. И бывает даже так, что ребенок рождается в этом самом амнионе,
такой белесый пузырь с жидкостью, и некоторые люди считают, что это вот человек родился в рубашке, и с этого момента ему будет вести. На самом деле это значит, что нифига ему не повезло, потому что родиться-то он родился, а он все еще в жидкости находится, ему дышать надо, а он как бы в жидкости. И вообще он тупо захлебнуться может и утонуть. Ну вот, поэтому надо срочно это там не он рвать и его там отшлепывать, да, чтобы там из него вода эта вытекла, и он начал дышать. Вот, но в стандартной ситуации все получается проще. Амниотический пузырь лопается еще до рождения ребенка. Это называется «воды отошли». И тут-то все начинают бегать и суетиться, потому что, ну, 100% сейчас начнет рожаться. Потому что он уже вне вот этого изолирующего амортизатора, и матка на него давит, и ему, наверное, будет от этого не очень здорово. Ну, вот, ну собственно, он и рождается. Но в тот момент же рождения, понятно, еще не было, а амнион возник. И это было классное достижение, великое, могучее, потому что позволило размножаться на суше. Вот, правда, из-за этого были некоторые проблемы. Ну, в частности, такая, что потерялось разделение экологических ниш личинок и взрослых. У амфибий все очень здорово. У них головастики живут своей жизнью, взрослые живут своей жизнью. Головастики иногда вообще растительноядные, или, по крайней мере, всеядные, они там все подряд едят, и водоросли, и друг друга, и там что угодно. А взрослые какие-нибудь там лягушки, саламандры, тритоны, да, они, как правило, там каких-то насекомых едят, червяков, там что-то такое. И с головастиками, строго говоря, не пересекаются. Они даже в разных средах. Головастик в воде, взрослые чаще всего все-таки на суше. Ну, там у разных амфибий по-разному, но чаще так. А теперь у нас не так, потому что если уж яйцо отложили на суше, да, вылупляется уже там взрослая ящерка, по сути дела, ну, только маленькая, но как бы по сути она уже взрослая. Метаморфоз прошел еще там внутри этого яйца, и там все эти жабры исчезли, да, ручки-ножки выросли, оно вылупилось и жрет все то же самое, что взрослое, и конкурирует со взрослыми. Но взрослый это большая, а детеныш маленький. Вот, но это не очень здорово, потому что снижает пластичность экологическую и ресурсов как бы меньше. Но в тот момент это не было проблемой, потому что вся планета была их, жертвы было навалом, тараканов хватало на всех, и кроме них никого другого, в общем-то, не было. Они были самые крутые, они были вершиной горы, вот, поэтому все у них удалось. В последующем, может быть, это уже не выглядело таким крутым, но тогда было здорово. Так что в целом получился новый уровень рептилии, и наши предки двинулись дальше. Вот. Ну, кстати, еще был такой маленький минус, что создание яйца очень здорово гарантировало выживаемость на самом деле. Это было, правда, очень круто. Поэтому исчезла практически на какой-то момент хоть какая-то вообще забота о потомстве. У рыб, у многих и у амфибий есть довольно развитая забота о потомстве. Ну, она, конечно, не как у млекопитающих, да, но тем не менее как формируется, даже там питание бывает, когда они какими-то там своими частями, да, этих детенышей кормят, там у каких-нибудь этих червяк такое есть. Но потому что нету гарантии выживания потомства. Вот, и многие лягушки этих головастиков таскают где-нибудь там на спине, на ногах, сажают в какие-нибудь там специальные гнездышки, им там из каких-нибудь листьев там свивают, еще что-нибудь такое делают, а у рептилий ничего этого нет, потому что они отложили яйца, и пусть оно лежит, и там и нормально само вылупится, само выживет. Ну вот, оно надежное. Поэтому среди рептилий забота о потомстве раз-два обчелся. Ну там у каких-то кобр, у питонов, у крокодилов, ну это очень жалко на фоне амфибий, вообще ни о чем. У млекопитающих, правда, потом это вышло на новый уровень, но это было уже сильно позже. Вот, а, собственно, сильно позже наступил пермский период. И пермский период оказался, строго говоря, очень неприятным, потому что в это время все континенты собрались в одну большую кучку в Пангею. Эта Пангея, сверхконтинент, закрыла половину планеты. Ну, там, понятно, с какими-то еще там островами по бокам, но так или иначе все это соединилось вместе. Перегородила это самое Пангея экваториальное течение, и из-за этого климат на планете стал холодать. А на самой Пангее, особенно в центральных областях и те, что поближе к полюсам, он был и мало того, что холодный, еще и резко континентальный, очень засушливый. Ну, а часть вообще была на полюсах, ну, на южном особенно полюсе, и там такие приличные оледенения развились, ну, то есть прям конкретно холодно, то есть средняя температура по планете была холоднее, чем сейчас. И в некоторые особо ответственные моменты достигало значений ледниковых периодов, вот последних недавних, когда там мамонты всякие водились. То есть, короче, климат был, в общем, не очень приятный. И амфибии и рептилии, которые в карбоне цвели и пахли, и все у них было здорово, стали массово вымирать на самом деле.
ну, между вот карбоном и пермием, там было, в общем, вполне себе такое вымирание. А те, кто вымирать не хотел, ясное дело, развивались дальше. В это время на вот этих просторах засушливых, ну, понятно, что климат тоже везде был разный, и там где-то были прибрежные области вполне себе тропические, но там, где он был неприятный, рептилии, изначально холоднокровные, стали активизироваться и развивать признаки, по сути дела, млекопитающих. На этом месте возникают зверообразные рептилии. Их там по-разному называют, тероморфы, терапсиды, синапсиды, там еще всякие умные слова есть, но проще зверообразные рептилии. И эти самые зверообразные рептилии, для того, чтобы не замерзнуть в этом нехорошем климате, изобрели шерсть, вибрисы между делом, ну то есть усики вот эти, как у котиков, теплокровность, активный обмен веществ, и в том числе может быть уже четырехкамерное сердце, ну хотя про, конечно, камеры сердца мы не знаем, но можем догадаться. Вот это дело стали расти мозги, довольно крупные, изменились органы чувств, потому что, кроме прочего, ну, они стали пободрее и стали довольно быстро бегать. Стали приподниматься на вытянутых ножках. И, соответственно, нижняя челюсть оторвалась от земли. У рептилий нижняя челюсть лежит на почве, и колебания, которые передаются через землю, ну, а земля плотная, и там звук лучше передается, чем по воздуху, стучат эти колебания по нижней челюсти, с нижней челюсти передаются сразу на барабанную перепонку, которая, собственно, к челюсти приделана, и все, дальше в ухо там попадает. Ну, там одна слуховая косточка, ее хватает вполне себе. А тут зверообразные стали приподниматься на ножках, чтобы быстрее бегать, ну, потому что они стали бодрые, там, жать друг друга, и нижняя челюсть от земли оторвалась, через воздух колебания передаются гораздо хуже. Вот. Ну, к тому же, для того, чтобы хорошо кушать, хорошо бы еще хорошо пережевывать пищу. Ну, как известно, хорошо пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. Вот. И они, собственно, это реализовали. Нижняя челюсть стала двигаться справа налево. Под это дело развились скуловые дуги. Зубная система стала гетеродонтной, то есть возникли передние резцы, потом клыки, ну и дальше заклыковые зубы, которые у некоторых там стали разделяться на премолеры и молеры. Ну, правда, там не сразу далеко, но тем не менее. И вот эти вот активные движения челюсти, да, с разными, к тому же, еще зубами, привели к тому, что барабанную перепонку крепить просто на нижнюю челюсть уже стало неадекватно. Ну, потому что она просто могла порваться, и при движениях челюсти вправо-влево, ну, это само по себе шум, как бы, да, и слышать так невозможно. Поэтому задняя часть нижней челюсти, несколько косточек, которые там вот ее заканчивали, стали от нижней челюсти отделяться, благо у рептилий там все это подвижно довольно соединено на мягких тканях, и присоединяться к основанию черепа, к височной кости, ну, которая там сама по себе из нескольких частей состояла, и из этих запчастей нижней челюсти сформировались еще две слуховые косточки, молоточек и наковальня, ну, стремечко уже было на этот момент, барабанная, в смысле, пластинка, тимпаническая пластинка, которая, собственно, стала крепиться, эта самая барабанная перепонка. И слуховой аппарат невероятным образом усложнился. То есть там была всего одна косточка, да, и все было примитивно. И барабанная перепонка. Осталось три слуховые косточки, плюс еще там барабанная пластинка, и все это еще уползло внутрь височной кости. Но все это было компенсацией вот этой вот повышенной активности, приподнимания на ногах и желательных движений челюсти. И все это вместе взятое могло привести к тому, что вообще бы они оглохли. Вот, то есть все эти слуховые косточки новые стали компенсацией, чтобы не оглохнуть. Но поскольку они сами по себе утяжелили всю систему, усложнили и как бы сделали ее такой неповоротливой, должна была быть еще и к ним компенсация. И она возникла в виде наружного уха. И ушная раковина тоже, собственно, возникает. Но поскольку это все тоже, честно говоря, такие полумеры, и слух, в принципе, уж лучше точно не стал, а скорее хуже, вот, должно было еще компенсироваться. Соответственно, оно добавилось хорошим осязанием, но благо появились опять же волосы, особенно вибрисы, чтобы усиками шупать что-то и как бы, ну, как-то тоже некий новый орган чувств. И усилилось обоняние, что мы знаем по их эндокранам, то есть слепкам мозга, ну, построению мозговой полости, видно, что обонятельные луковицы у этих зверообразных рептилий стали прям грандиозно расти, и нюхать они стали гораздо лучше. Ну, хотя этот орган чувств вообще-то примитивный, и вот там, хеморецепция, это еще там возникло где-то там в Декембрии, да, но тут на новый уровень все это дело вышло. А в последующем это стало, в общем, таким неплохим подспорьем развития млекопитающих, ну, еще позже, там, через период. Так что это уже такие почти млекопитающие, но стоит помнить, что все-таки это еще рептилии.
Ну, такие, правда, своеобразные, как бы. Поэтому многие зоологи и палеонтологи вообще кривятся при слове рептилия, потому что, ну, не очень понятно, что бы это слово вообще, в принципе, значило. Потому что и, как бы, крокодил-рептилия, да, и зверообразная рептилия, но одним словом их называть как-то вроде так слишком растяжимо. Но, тем не менее, в стандартном варианте вполне себе можно. И все у них было так здорово, они стали такие активные, бодрые. Правда, на некоторый момент это, по сути, поставило некоторые ограничения, потому что, как часто бывает в эволюции, если какая-то группа животных достигает определенного уровня развития и становится круче всех, вот на данный конкретный момент, то дальше она уже не эволюционирует, потому что ей не с кем конкурировать. И звероразные рептилии многие в эту ловушку эволюционную попали. Они стали настолько крутыми, настолько бодрыми, быстрыми, активными, там, хищными и все такое прочее, ну, а некоторые, кстати, травоядными, что, ну, дальше уже некуда. Все, они самые классные, как бы, все, приехали. И поэтому пермь, она очень некороткая, надо сказать, а потом еще и половину триаса они вообще вполне успешно существовали. И там эволюция в каком-то смысле застопорилась. Ну, хотя там по мелочам что-то развивалось, понятное дело. Были понятны и потери, потому что вот эта активная жизнь, она требует многих затрат энергии. Надо все время жрать и все время выделять тепло. Вот. Ну, оно, конечно, сохраняется шерстью, да, там подшерсток какой-нибудь возникает. И, кстати, мы точно знаем, что оно было, все это дело у них, по строению костей, например. Но большие энергозатраты, они ну, ускоряют как бы жизнь, и надо все время питаться. А вот, например, крокодилы и черепахи могут полтора года не жрать некоторые, и как бы все прекрасно. Вот у меня дома, допустим, в аквариуме болтаются там две краснухие черепашки, и детишки их, по идее, должны кормить, но, по идее, должны, вот, а иногда так я там недельки через две вспоминаю, а давно ли вы, детишки, кормили черепашек? Вот. А нет, вот оказывается, не кормили. Нифига, там две недели, ничего не дохнут. Вот. То есть, если бы там в этом аквариуме жили хомячки какие-нибудь, да, ну, они бы уже не жили бы, эти хомячки. Вот. А черепашки, ничего, как бы раз в две недели поели, там, в неделю, да, и нормально вполне себе получается. Вот. Ну, крокодилы тоже, некоторые вот, там реально раз в год питаются. Допустим, посреди Сахары есть популяция крокодилов, которые реально питаются раз в году. То есть там проходят дожди, появляется там непонятно откуда рыба, крокодилы все это сжирают, заползают в норы и еще на следующий год там засыпают и лежат просто в пыли в этой норе и целый год ничего не жрут. Ну вот, так тоже можно на самом деле. И живут там по 100 лет, или там вообще некоторые черепахи по 300 лет. Ну, когда метаболизм никакой, да, медленный. Но вопрос как бы, что лучше, бодренько и сравнительно недолго, или в режиме черепахи, зато 300 лет. Ну вот, ну как бы можно выбирать. Вот. Но правда, закончилась вся эта история довольно печально, надо сказать, для экосистемы в целом, потому что, кроме прочего, в фауне появляются новые типы насекомых. Вот тут по центру такие чудесные личиночки, да, возникают новые группы насекомых, типа там, ну, вернее, они были уже до этого, но новые, как бы, варианты жизни веснянок, ручейников и паденок, которые обретают водную стадию личинки. И тут есть такая тонкость, что когда личинка развивается в воде, потом она становится взрослой, отращивает крылышки, да, там метаморфоз проходит и улетает куда-то там, подальше от воды, и там дохнет благополучно. Ну, вот, соответственно, получается, что эти личинки в воде запасают какое-то определенное вещество, ну а самое главное это азот и фосфор, самые такие основополагающие, а потом уносят это дело из воды. А к этому моменту в Перми растения были уже такие вполне приличные, с нормальными корнями. То есть это уже такие хорошие голосеменные, ну что-то типа елок каких-нибудь современных. И почву они стали закреплять. То есть получается, что из водоемов микроэлементы постоянно убирались, жизненно важные, выносились этими самыми паденками, а обратно не возвращались, потому что размыв почв сократился, потому что появилась нормальная корневая система и какие-никакие почвы на суше. Вот. И за миллионы лет, ну это все там не вдруг происходило, да, на протяжении там, многих миллионов лет, хотя казалось бы, одна паденка, она весит вообще ни о чем, да, но известно же, вылеты паденок, ну вот лето было недавно, ну, говорят, что было, и если вы летним каким-нибудь там вечером в июле, допустим, выходите на берег реки, такой туманный какой-нибудь, немножко дождливый, иногда там бывает вылет паденок, это просто они тучи, это сквозь них вообще ничего не видно на самом деле. Ну, вот, и известны прецеденты, когда на берегах озер после вылета этих паденок метровый слой просто их лежит, ну, вот, ну то есть метр толщиной паденок, да, и когда это происходит на протяжении многих миллионов лет подряд, вынос, 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 вынос,
водные экосистемы, ну и пресноводные, а стало быть, всякие моря и океаны, беднеют со страшной силой. И для фитопланктона, всяких водорослей, которые в океане живут, это катастрофа. Они со страшной силой вымирают. Ну а за фитопланктоном вымирает зоопланктон, а за зоопланктоном вымирает все, кто его ест, там, вплоть до рыб, да, и там всяких этих крупнокалиберных тварей. И получается ужас-ужас. Ну вот, плюс еще к этому похолодание ужасное, континентальный этот самый климат, и вот эта вся единая экосистема, потому что это само все проблема, когда у нас есть один материк, стало быть, там фауны, ну, примерно плюс-минус как бы похожи. Поэтому если резко изменить, то дохнут все. Ну, собственно, так оно в итоге и произошло. И в конце Пермского периода произошло ужаснейшее вымирание, когда в основном пострадали, как обычно, водные экосистемы, ну и сухопутные тоже. Вымерло, по некоторым подсчетам, до 97% видов. Ну, то есть, как бы 97% видов – это практически все. Ну, там оценки такие гуляют туда-сюда, да, там, может, 90-95, но это не важно, все равно там очень много. Ну, вот, осталось там какие-то буквально проценты. Ну, правда, если считать по семействам, там все-таки немножко повеселее было, там где-то процентов 50. Ну, вот, то есть, от каждого семейства, грубо говоря, по виду сохранилось, да, то есть, от твари по паре. И в последующем они стали залогом новой эволюции уже там в мезозое. Но и зверообразные рептилии тоже основательно пострадали, и большая часть их тоже также благополучно, собственно, исчезла. Ну, хотя, опять же, не все, на наше счастье, потому что мы в итоге из них возникли. И тут вдруг, неожиданно, как обычно, внезапно, наступил мезозой. И мезозой удался, в общем, вполне себе. Это такая, как бы можно сказать, середина существования планеты, такой полдень, как бы, да, планеты, ну, как положено в полдень. Он был очень жарким, было очень тепло, очень хорошо. Пангея эта самая растрескалась и стала расползаться в разные стороны. Эти экваториальные течения и всякие там воздушные потоки восстановились и стало теплеть. И на протяжении практически всего Триаса более-менее как бы теплело. И экосистемы тоже, естественно, менялись. Правда, не в нашу немножко пользу. Среди прочих, в конце Триаса появляются динозавры. И на протяжении всего последующего мезозоя и юрского периода, и мелового, которые тоже были очень теплые, динозавры планетой стали править. А наших предков стали гонять со страшной силой, потому что все вот эти достижения пермского периода, зверообразные, да, вся эта теплокровность, шерсть, там, все такое прочее, стали, в общем-то, нафиг никому не нужны. Потому что это были приспособления к холодному засушливому климату, континентальному, а он стал жаркий, влажный и, в общем, вполне себе субтропический. Ну, не совсем, конечно, тропики, как сейчас, где-нибудь там в экваториальной Африке, да, но такие субтропики. И можно было быть и не очень-то теплокровным, ну, тем более некоторые динозавры теплокровность, в общем-то, независимые развили, и тоже там перышками всякими покрылись. И единственное, что усовершенствовали динозавры нормально, это челюсти с зубами, которые им, в общем-то, от предков достались, тикодонтные. Ну, они еще немножко их там довели до ума. Они стали очень злобными, зубастыми. И второе, это двуногое хождение. Они стали бегать на двух ногах. А наши предки, как я уже говорил, зверообразные, они как достигли своего предела развития, да, вот они там на ножках приподнялись, ну, такие корявеньких немножко, и как бы дальше уже некуда, они так кого угодно могли догнать. Вот. А динозавры шагнули дальше, потому что динозавры-то приспосабливались под зверообразных рептилий. Соответственно, они их обогнали и стали жрать уже их. И тут зверообразные рептилии, по большому счету, кончились. Ну, там отдельные группы какие-то еще там тянули лямку свою, но, в общем, в целом кончились. Ну, вот. Динозавры на 180 миллионов лет стали доминирующей группой на суше. Но были некоторые плюсы все-таки в жизни наших предков, потому что они были маленькие, ну, какие-нибудь там, вот, типа юромаи, да, то есть это в стиле бурозубки что-то такое, ну, вот, и можно было где-то прятаться, ныкаться. Под это дело они развили признаки млекопитающих. Ну, например, окончательно потеряли поясничные ребра, чтобы там гнуться и протискиваться во всякие щелочки, да, и хорошо там двигаться, изгибаться по вертикали. Развили все-таки более-менее уже такие нормальные лапки, быстробегающие, ну, хотя тоже еще так себе, всякие признаки уже такие, там, более развитый мозг головной, ну, хотя это все на уровне, там, примитивнее утконоса, строго говоря, вот, а самое главное, что стали совершенствовать способ размножения. Первые млекопитающие, как, собственно, зверообразные рептилии, их предки, размножались яйцами. И современные какие-нибудь утконосы, эхидны-проэхидны, так, собственно, и размножаются. Они откладывают яйца, но с той поправкой, что яйцо млекопитающего, яйцекладущего, отличается от яйца рептилии принципиальным образом.
У рептилии яйцо, ну какое бы оно там ни было, обычно относительно размеров тела довольно-таки крупное. И вылупляется уже полноценное самостоятельное существо. Ну, маленькая вот такая вылупившаяся ящерка или черепашка, она уже самодостаточная. И за ней не надо ухаживать, она, в общем, ведет себя как взрослая. Ну, только что маленькая по размеру. А у млекопитающих из яйца вылупляется, строго говоря, эмбрион. Вот, который вообще ни о чем, потому что утконос, он зверь-то довольно большой, а яйцо у него 2 сантиметра длиной. Вообще ни о чем. Вот, вылупляется эмбриончик, который надо выращивать. И, в частности, выкармливать молоком. И, собственно, млекопитание на этом месте, видимо, и возникает. Вот. Ну, может быть, еще в Перми, честно говоря, мы не знаем, но в Триасе уж точно оно было у первых млекопитающих. Тем более, что большинство, они сами-то были мелкие, и если они мелкие, то яйцо еще меньше, и вылуплялось там вообще какая-то фигня непонятная. Вот. Но это, как его там не корми, этого детеныша, скорее всего, он все-таки сдохнет. Это корявенький такой способ размножения. Собственно, поэтому яйцекладущие млекопитающие однопроходные, они никогда большого успеха не имели. И сейчас их там несколько видов есть, да, там утконос, один вид ехидны вроде как, ну, и на два разделяют, и там парочка-тройка видов проехидн, ну, это вообще ни о чем. И никогда они успешные, многочисленные не были. Потом это немножко развилось до сумчатых животных, у которых яйца уже как такового нет наружного, да, и вылупляется сразу эмбрион, ну, то есть рождается, в смысле, рождается опять же эмбрион, но с теми же проблемами. Тоже он маленький, беззащитный, уязвимый, питается, конечно, молоком, понятно, да, его там мама как-то растит, сумочки таскает, но, скорее всего, он тоже сдохнет. Вот. И поэтому сумчатые тоже как-то особо конкурентоспособные никогда особо не были. Вот. А тут вокруг динозавры шастают вообще на всякий случай. И, собственно, это такая какая-то, ну, безвыходная, казалось бы, фигня решилась тем, что наши предки периодически болели. И неожиданно оказалось, что с вирусов тоже можно что-то полезное получить. Потому что вирусы – это, я даже не знаю, существа, организмы, их назвать как-то проблематично, ну, короче, сволочи, скажем так, осторожно, которые очень здорово обманывают иммунитет. В этом цель их существования вообще заключается – обмануть иммунитет, запихать свой генетический аппарат внутрь клетки хозяина, и та сама будет делать новых вирусов. Вот, очень здорово. А под это дело у вируса есть специальные всякие гены хитрые, которые этот иммунитет обманывают, иногда супер успешные, ну тогда и всякие там спиды возникают. Да. Соответственно, какой-то из этих вирусов заразил одного из млекопитающих, причем, надо сказать, какую-то вполне конкретную как бы особь, да, но, что удачно, сам мутировал и сдох. И туда ему дорога, и как бы слава богу. То есть активность он потерял из-за какой-то там вредной мутации, но вот те гены, которые занимались обманом иммунитета, они сохранили работоспособность. Они встроились, ну, как, собственно, и положено вирусным геном, в геном этого самого млекопитающего, и стали обманывать иммунитет, но не вообще, а именно в том месте, где организм матери контачит с детенышем. Это оказалось очень удачно, потому что до этого была великая проблема при живорождении. Ну, у млекопитающих обмен-то активный, да, и, соответственно, они много чем могут заразиться, должен быть иммунитет. Но если в матери развивается вот этот эмбриончик, а у него половина генов-то вообще-то от отца, а даже те, которые от матери уже рекомбинировали, там, бабушкины, дедушкины, там что-то уже новенькое такое получилось, и, строго говоря, там уже биохимия не совсем материнская. Вот, поэтому возникает иммунный ответ матери на этого самого ребенка, который у него внутри, да, и, соответственно, при некотором размере, когда он вырастает, организм матери его отторгает. То есть это какая-то непонятная фигня, да, с другой биохимией, ну, типа как бы паразит, надо от него избавиться. Он, собственно, отторгается, рождается, вот, но рождается эмбрионом, и как бы вот начинаются проблемы. А когда они заразились вирусами, то иммунитет стал подавляться именно в месте контакта, и эмбрион перестал отторгаться, и получил возможность вырастать гораздо больше и гораздо более оформленным. И получились нормальные плацентарные млекопитающие. А на границе, вот там, где иммунитет обманывается, между ребенком и матерью, возникает специальный орган под названием плацента. Вот там на фотографии красиво нарисовано. А плацента – это такой чудесный орган, который орган один, но сделан из двух организмов. Из матери с одной стороны и из ребенка с другой стороны. То есть там есть материнская часть плаценты из слизистой матки и детская часть плаценты из хориона, ну там из одной из оболочек ребенка. Причем, что характерно, этот самый хорион, это, в общем-то, та же оболочка, которая у рептилий является скорлупой. То есть, ну, как бы это типа такая, ну, условно, ну, не скорлупа, конечно, но что-то из этой серии. Соответственно, плацента
стала вот этим вот барьером, по сути, да, одновременно и, наоборот, поставщиком всего хорошего ребенку. То есть все хорошее детям, как всем известно, кислород, питательные вещества, там нужны всякие такие там гормоны, да, а в обратную сторону матери достаются всякие токсины, ну, у нее токсикоз начинается от этого дела, ну, и как бы так получается. Вот, зато ребенку хорошо. И выживаемость этих самых детенышей резко возросла. Древнейшая плацентарная млекопитающая, нам известная, это вот та самая юромайя, найденная в Китае. Ну, то, что она была плацентарной, мы знаем по зубам, как ни странно, и, строго говоря, была ли у нее прям плацента, да, мы не особо-то в курсе, но зубы у нее, как у плацентарных, и строение там всякой височной кости там, и прочего, ну, такие диагностически важные признаки, плацентарные, так что, наверное, тогда. Это как раз середина юрского периода, где-то 160 миллионов лет назад. Но у этих первых млекопитающих было много сложностей в жизни, поскольку динозавры-то их гоняли днем, да, динозавры это рептилии, они все-таки дневные в основном, ну, хотя тоже и ночные тоже были, но наши предки ныкались где-то там в лесной подстилке, в траве, там, ну, травы тоже еще не было, но неважно, в каком-то там, там опаде, в папоротниках, да, и зрение под это дело почти растеряли. У многих современных млекопитающих зрение никудышное, и особенно пострадало цветное зрение. У рептилий было хорошее, на самом деле, нормальное цветное зрение, и у наших предков в том числе, и современные рептилии видят красный цвет, зеленый цвет, синий, еще ближний ультрафиолет к тому же. Вот. А мы ближний ультрафиолет потеряли, с одной стороны, и красный тоже потеряли, и стали видеть кое-как. А многие и зеленый, и синий тоже потеряли, и вообще остались черно-белым зрением. Вот. Благо, что наши прямые предки все-таки не совсем. И дальше восстановили эти возможности, способности, но это было позже. Вот. А в тот момент как бы продолбали. Вот. Но зато обоняние стало получше, и сязание тоже стало развиваться. Ну, потому что когда зверюшка маленькая, вот эта вот землеройка, да, шарится где-то там по листве опавшей, то она всей поверхностью тела должна все чувствовать и нюхать, что там происходит вокруг. В принципе, этого хватает. Так что процесс шел. Но в том же самом мезозое, на самом деле, и другие организмы развивались. В частности, то ли с конца триаса, то ли в юрском периоде, то ли в начале мелового, ну, скорее всего, где-то там на границе триаса и юры, появляются цветковые растения, которые оказались новым словом вообще в ботанике. Они развили много всяких прикольных вещей. В частности, цветок, который гарантирует опыление и оплодотворение. Дальше так называемое двойное оплодотворение, когда кроме зародыша формируется еще эндосперм, то есть это, ну, как правило, триплоидный, хотя иногда по-разному бывает, но чаще триплоидный, такой, по сути, брат-близнец зародыша растения, предназначенный на съедение, как бы, нормальному зародышу. Вот, но быстро растущий, как бы, запасающий крахмал. И это дает гарантию выживания зародыша. Третье, что изобрели цветковые растения, это плод. То есть, когда не просто есть семя, а оно еще, к тому же, снаружи покрыто околоплодником прочным, прочным и вкусным иногда, и ярким, и иногда там каким-то шипастым и так далее, который, так или иначе, там куча способов, возможно, гарантирует распространение этих самых семян. И с помощью всяких там цеплявок, прилипания или того, что кто-то это съест, гарантирует расселение зародыша, вот этого семени, да, куда-нибудь на новую территорию. Ну и еще есть другие достижения, понятное дело. Например, сосуды из трахеид становятся трахеями. Это дает более гарантированную, как бы, доставку воды снизу вверх. А сетовидные элементы становятся сетовидными трубками из сетовидных клеток. Ну, тоже там этот транспорт в обратную сторону, сахаров сверху вниз. Ну, если вы ботанику проходили в каком-то там пятом классе, ясно, что вы ничего не помните, но вообще это все проходят, по идее, все должны знать. Но вот, короче говоря, цветковые растения, ну, как минимум в юрском, видимо, и в начале мелового периода, все это дело уже имели. И вот здесь представлены реконструкция археоантиса, это археоантуса одного из первых цветов, и еще более древние, там, бирманские цветы. Ну, а на самом деле есть еще более древние из Китая, но они такие не очень взрачные, поэтому я эти вставил. Но если есть цветочки красивые, возникают тут же леса, то есть разнообразие растений возрастает просто со страшной силой. Из середины, по крайней мере, мелового периода
ботанический облик планеты меняется со страшным образом. То есть до этого были в основном всякие там мхи, папоротники, там какие-то хвощи плавные, иголосемилии, ну, грубо говоря, там елки, да, сосны. Но их было как бы не сильно много разных. И одни даже виды, и одни и те же, иногда обнаруживаются практически по всей планете, там от края до края. А цветковые растения за счет всех вот этих приобретений стали очень разными, очень разнообразными. И покрыли всю планету лесами с огромным разнообразием видов. В том числе появляется, например, трава, появляется дерн в современном понимании. До этого момента, вот в Триасе, например, ничего такого не было, да и большую часть юрского периода тоже, в общем-то, не было. А где-то вот с середины мелового это уже по полной программе, и ландшафт становится похожим на наш. А эти самые леса – это место нашей жизни на самом деле. То есть тропический лес, да, это то место, в котором мы сформировались уже сильно позже, как люди. Да и саванна африканская, в которой мы потом тоже эволюционировали, это тоже в основном трава, да, это цветковое растение. Без этого мы бы никак вообще не появились. То есть это наш дом фактически возник. По пути же вместе с растениями эволюционировали опылители, потому что все вот эти цветы, нектар там и все прочее, оно существует не само по себе и не для него самого, да, а для того, чтобы какие-то твари все туда-сюда таскали. И на этом месте возникают термиты, которые и опылителями могут быть, и даже в большей степени переработчиками, потому что огромное количество вот этой древесной растительности термиты начинают жрать, с помощью всяких там симбионтов все это дело переваривать, удобрять, и скорость обмена веществ в экосистеме возрастает на порядок. Ну, собственно, за счет этого и разнообразие тоже увеличивается. И в качестве уж совсем таких хороших опылителей всякие там пчелки, муравьи, ну, по крайней мере, в Милу они уже были по полной программе, ну, вот из бирманского янтаря, например, там чудесные образцы известные, и бабочки, древнейшие из которых известны с конца Триаса, на самом деле, ну, там отдельные чешуйки, а уже в середине юрского периода они вполне себе были, ну, такие типа моли, какие-то мотылечки маленькие, ну, а в меловом периоде уже такие вполне полноценные бабочки, вот там одна из древнейших, допустим, изображена. Вот, ну, так, не очевидно, что это бабочка, но это, ей-богу, бабочка. Вот, соответственно, вот эта энтомофауна, да, насекомая, она становится, ну, по крайней мере, уже в меловом периоде практически современной. А это очень важно, потому что это, кроме прочего, и наша еда. Ну, кстати, как и фрукты. Вот там неспроста же эти яблочки всякие нарисованы. И у вас тут бананчики, ну, я уже вижу, все подобрали, да, хотя не все, вон там еще лежат. Вот, но это вот как бы не просто так. Вот, то есть это стало нашей едой, и фрукты, вот эти покрытосеменные растения, да, цветковые, и насекомые, которые с ними очень тесно связаны, стали нашей едой основной на все последующее время, вплоть до современности, на самом деле. И вся эволюция приматов, она жесточайшим образом привязана к эволюции цветковых растений и насекомых. Ну, вот, потому что мы были или фруктоядные, или насекомоядные, ну, а чаще всего и то, и другое одновременно. Ну, вот, то есть это и дом, и еда, и кров, и стол, и вообще все на свете. То есть вот как бы без этого мы бы не возникли. Но есть, понятное дело, некоторые минусы, ну, которые вот на картинке изображены, да, и, может быть, вы периодически тоже их испытывали. Если там где-нибудь в лесу присядешь куда-нибудь, да, оказывается, что на муравейник сел. Да, иногда даже и садиться не надо. Как-то вот на Алтае там мы были, на Усть-Каменской пещере, и там какое-то неимоверное количество муравьев, и почему-то я им очень не нравился. И вот стоило мне остановиться хоть там на минуту где-то, они начинали меня кусать. Ну, в общем, не помогали там ни носки, ни ботинки, вообще ничего, они вот, сволочи, меня почему-то очень любили. Не знаю, почему именно меня, но вот им не нравилось. Так что, причем в других местах меня муравьи не жрут, а вот алтайские муравьи что-то как-то меня не взлюбили. Но бывают минусы, неприятные как бы стороны, но тоже они по-своему решаются, и все можно обратить во благо. И те же там пчелки какие-нибудь, да, они, конечно, могут и покусать, а можно у них мед стырить и им тоже питаться. Ну, у меня, правда, не аллергия, но у большинства с этим все в порядке. Стало быть, в конце уже мезозоя, в меловом периоде, ситуация стала тихонечко, но неотвратимо меняться. И, по крайней мере, всю вторую половину мелового периода происходило похолодание. Материки и континенты занимают более-менее современное положение. Опять же, перегораживаются экваториальные течения, они так более-менее по вертикали, как бы на карту смотреть, выстраиваются в меридиональном направлении. И, соответственно, становится все холоднее, холоднее, холоднее. И при этом одновременно чудесным образом влажнее.
То есть похолодание и увлажнение климата. И много там чего происходило, на самом деле. Ну, закончилось вообще там, метеорит упал. Но очень так немаловажно, что среди цветковых растений возникают осинки и березки. Ну, по крайней мере, какие-то там аналоги такие мелколиственные, очень густые заросли, которые зарастают огромные пространства, и по споропыльцевым вот этим спектрам это чудесно видно. То есть там, где были какие-то более-менее такие нормальные леса или саванны, где паслось огромное количество динозавров, возникают вот эти вот непонятные березняки и осинники, в которых вообще жить довольно проблематично. Если вы были когда-нибудь в березняке и осиннике, там вообще ничего толком нету. Там как бы березняк и осинник, да, там можно, конечно, в березняке какие-нибудь хороводы водить классно, там обниматься с березками, там прислоняться к ним, там обниматься, все дела, но жить там не очень здорово. Потому что они, вот эти листья, очень тонкие, питательных веществ там никаких нет, они жесткие, да и часто еще и какие-нибудь немножко ядовитые. Ну, там не то, что березка это особо ядовитая, да, но с точки зрения, по крайней мере, других растений, это точно так. И береза, если кто не знает, это на самом деле ужасно злобное растение, которое выделяет кучу всякой химии и гнобит все вокруг. Поэтому, собственно, березняки такие вот чистенькие и светленькие, там ничего не растет, да, никакого подроста, потому что они всех поубивали. И иногда, допустим, в городах на газончиках березки сажают, ну, с целью, что вот будет клевая березка расти. Ну, так там тогда больше ничего другого не будет расти. И можете посмотреть даже по газонам, да, если береза стоит, вокруг ничего нет на самом деле. Ну, вот, она всех загнобила. Вот, ну, с осинниками немножко попроще, ну, хотя, в принципе, они там плюс-минус родственники. Но главное, что тоже они там не особо съедобные. То есть какие-то там березовые пяденицы, конечно, это все едят, вредные, но нормальным крупнокалиберным животным это все несъедобным представляется. Ну, какая-нибудь там кора, там, да, там грызуны, потом уже стали это жрать. Но в тот момент динозаврам это очень не понравилось. И это однозначно утраты. То есть теперь у нас это вот такие остались ностальгические мультики, да, клевенькие милашечки, но как бы их нет. Ну, как бы, в общем-то, и слава богу, потому что из-за вымирания этих самых динозавров высвободились новые экологические ниши, которые заняли тут же, естественно, наши предки, ну, в частности, вот Пургаториус, которые приобрели новые свойства и новые качества в этих самых густых лесах и дали последующую эволюцию. А эта самая последующая эволюция бурным образом пошла в начале уже новой кайнозойской эры, не стало быть палеогенового периода, не стало быть эпох палеоцен и эоцен. На протяжении коих наши предки стали очень бодренько лазать по деревьям, ну, для начала еще в мезозое там динозавров спасаясь, а потом просто им там было хорошо. И на этих самых деревьях они очень так освоились. И вот те, которые стали активно прыгать туда-сюда по веткам, особенно по кронам и особенно на расстояние больше длины собственного тела, те и стали, собственно, приматами. Ну, вот Пургаториус еще там из конца самого мелкого начала палеоцена – это первый примат. А здесь вот представлен Палеохтон, допустим, который тоже предок, но чуть попозже жил. При этом жизнь на ветвях дала им на какой-то момент, по крайней мере, безопасность, а стало быть, способность себя вести раскованно, не стесняясь там общаться, орать. Поэтому, собственно, приматы очень шумные существа, такие вездесущие, да, и в лесу, если кого и видно в тропическом, так это птицы приматов, потому что они там никого не боятся наверху. Быстроту соображения, потому что когда далеко прыгаешь, а они точно прыгали, у нас скелетики-то есть, вот, то надо не грохнуться, и надо очень быстро уметь рассчитать силу прыжка, точность прыжка, да, там ухватиться. А с некоторого момента это еще к тому же дает хватательную кисть и ногти на пальцах, но, правда, чуть попозже, нежели тогда. Улучшается зрение, естественно, потому что прыгать надо не на ощупь и не на память, и не на запах, да, а именно сообразуется со зрением. И потихонечку глазки разворачиваются вперед. То есть вот этих первых они еще по бокам смотрели, такое монокулярное зрение было. А потом они поворачиваются вперед, получается бинокулярное, чтобы рассчитать расстояние прыжка, объемность, чтобы была. И развивается всеядность, потому что на деревьях там вообще все подряд может быть, да, и у них нету специализации. Это очень здорово, потому что все специализированные формы рано или поздно вымирают. Вот, а наши предки жрали все подряд. Вот, те же самых насекомых, фруктов, то, что я говорил. И до сих пор, собственно, у нас это есть. Вот, потому что современный человек тоже жрет все подряд. Ну и у человека это, более того, еще и зашкалило дальше еще больше. Но были неприятности, само собой. Потому что
Ну, в начале палеоцена все было еще хорошо, а к концу палеоцена появляются, например, первые совы. Вот косточка такая вроде бы невзрачная, но это одна из косточек самых первых сов. Ну, это там не единственный вид, который известен. Причем мы точно знаем, что эти совы наших предков жрали. Потому что во Франции найдены погадки этих самых сов с косточками приматов. То есть они точно жрали наших предков. И поскольку совы, зверюшки, ночные, то нашим предкам, этим первым приматам, приходилось из ночной экологической ниши выползать. И в эоцене они это уже сделали. И стали, собственно, дневными обезьянами. И, может быть, слава богу, потому что это усилило, опять же, зрение. А стало быть, распознавание лица, а стало быть, мимику, стало быть, жестикуляцию, стало быть, потом и речь подтягивается. То есть это сообщение, это социализация. То есть совы помогли нам стать социальными в какой-то степени. Ну, может быть, конечно, и без них справились, но вот получилось так. И возникают млекопитающие хищники. Ну, на первых порах такие довольно ущербные, понятное дело. То есть это были какие-нибудь там криодонты, виверавусы, какие-то вульпавусы, вот эта вот всякая фигня. Ну, что-то в стиле современной цветы, генеты, виверы, что-то вот такое. Ну, гораздо примитивнее на самом деле. То есть это не виверовые современные, но которые, тем не менее, научились лазать по деревьям. Ну, по крайней мере, уже к концу палеоцена и эоцена они это сделали и стали наших предков гонять. И большинство первых приматов раннепалеоценовых, плезиодапсовых, вымирает под это дело, а те, которые вымирать не хотели, начали бурно эволюционировать. И все быстрее ускоряться, все лучше соображать, все лучше прыгать по ветвям. Это был такой мощный стимул нашей эволюции. Но были утраты, потому что обоняние, как я уже сказал, стало исчезать, потому что на ветвях нюхать что-то не особо актуально. Там откуда этот ветер, что принес там этот запах, совершенно непонятно, да? Вибрисы тоже, ну, у наших предков они были, вот там на реконструкции чудесно это видно, но это стало уже не так существенно, потому что, когда по веткам прыгаешь, ну, все-таки осязание, зрение и слух как-то актуальнее. И у человека это дошло до полного исчезновения. Хотя даже, кстати, у шимпанзе есть вибрисы, вот, мы потеряли. Но, может быть, тоже в плюс, потому что показано между биохимией формирования вибрис и биохимии развития мозга есть какая-то хитроумная отрицательная связь. То есть, когда формируются вибрисы, накладываются какие-то там ограничения на развитие нервной системы. В чем это заключается, я вам не скажу, потому что я эту статью пытался понять, но я так и не понял. Там какая-то очень хитрая биохимия, но как-то это вот работает. И, соответственно, наши предки уже сильно позже этого момента, окончательно потеряв вибрисы, получили возможность развивать нервную систему. Хотя, казалось бы, как оно связано, да, но тем не менее связано. Но, с другой стороны, усики как бы у котика как минимум прикольные. И если бы у нас они были, ну, наверное, тоже как бы еще один орган чувств, наверное, не помешал бы. Вот. И самое-то печальное, может быть, мы потеряли плодовитость. Потому что млекопитающие чаще всего рожают дофига детенышей, ну, всякие маленькие, по крайней мере, там типа грызунов каких-нибудь, да, или там землеройки всякие. Вот. А наши предки стали рожать немного. Ну, собственно, потому что они лазали по деревьям, и в этой самой относительной безопасности можно детеныша рожать такого сравнительно беспомощного, а потом долго, упорно его выращивать, годами буквально-таки, да. У него получается очень длинное детство, ну и продолжительность жизни под это дело растет, и социализация растет. И из-за того, что детеныш изначально, в общем-то, как бы один, у него уже заранее чуть больше развит мозг, что приятно, как бы, да, нежели там у какой-нибудь крысы рождается там куча этих самых мышат, ну, у мыши мышат, у крысы крысят, но у каждого из них мозгов, там, сгульки нос, они и так-то махонькие, да, и мозгов там вообще ни о чем. И живет она полтора года. То есть получается, что грызуны, ну, и там всякие другие многие млекопитающие, они шансов на прокачку мозгов, в общем-то, не имеют. То есть они как бы туповаты от рождения и всегда такими останутся, и большая часть поведения у них прописана заранее в виде инстинктов, рефлексов, да, как-то так. А у наших предков, ну, если есть возможность уже заранее большой мозг еще потом долго-долго загружать информацией, можно загрузить разной информацией, то есть получается обучение. Инстинкты и рефлексы становятся неактуальны, и в итоге у человека они исчезают практически вообще. Зато появляется возможность приспособиться к любым непредсказуемым, каким угодно условиям среды. Что, собственно, у человека, опять же, достигает идеального сочетания, то есть мы, идеального развития, мы можем приспособиться к чему угодно и научиться чему угодно. Хоть там говорить на другом языке, хоть там на языке жестов, да, там без всякого звука, хоть там на компьютере писать,
хоть в космос летать, там, ну, любой профессии, там, всему, что можно придумать. И это итог вот этой нашей древесности и как бы не сильно большой плодовитости. То есть с так называемой R-стратегией размножения, когда много-много детенышей, но все дохнут, там двое остаются, мы перешли на так называемую K-стратегию размножения, ну, для запоминания, K-крутая стратегия, когда рождается там 1-2 детеныша, зато они выживают и до старости живут. Вот. Ну, а мозги, социализация и все такое прочее прокачиваются и развиваются. Тогда же примерно, ну, уже на протяжении, скорее, эоцены, возникают не только противники, но и конкуренты. В частности, летучие мыши и грызуны. Тем более, что это время очень такое хорошее, теплое. В эоцене вот там кружочком обведено, температуры становятся просто зашибись какие хорошие. В том числе где-нибудь там в Антарктической Канаде, на каком-нибудь острове Элсмер, росли тропические широколиственные леса. При том, что это было Заполярье, там была полярная ночь, но при этом широколиственные леса с крокодилами, черепахами, там куча всякой фауны. Огромное количество деревьев по всей планете. То есть это такой мир-лес практически, да, когда все заросло тропическими такими хорошими прям лесами. Ну, по сравнению с современным уровнем, вот который внизу, да, это вообще просто разница там на 14 градусов, ну, это вообще сумасшедшее дело. Вот там сейчас говорят, глобальное потепление, на полградуса выросла температура, а здесь на 14 градусов. Вот, и, естественно, в этих густых лесах, ну, во-первых, хватало кучи еды, это уже приятно, а во-вторых, что неприятное, появились конкуренты. Но они дали нам очень такие важные ограничения. Потому что наши предки, вот эти первые приматы, они болтались, как я уже сказал, на верхних ветках деревьев. И, в принципе, у них все время был выбор. Либо еще дальше улететь вообще в космос, да, там подняться в воздух, ну, как хотя бы для начала, либо спуститься на землю обратно. Но они, вот, соответственно, уже не могли это сделать, потому что раньше нас в воздух поднялись летучие мыши, и экологическую нишу уже заняли, и приматы этого уже сделать не могли. Ну, там шерстокрылы появились, да, там, ну, а такие родственники приматов. Но это планеры, они как бы успешными никогда особо и не были. Ну, то есть как-то были до летучих мышей, но потом стухли. А на Земле тоже наши предки не могли спуститься, потому что на Земле появились грызуны. А грызуны изобрели очень крутой жевательный аппарат. Там очень какой-то мудреный, с хитрыми мышцами. И смогли приспособиться к перевариванию, к жеванию и в итоге перевариванию сухих растительных кормов. То есть всяких орехов, семян, то, что как бы при маленьких размерах тела есть очень трудно на самом деле, потому что, ну, это надо иметь или длинный кишечный тракт, и тогда становишься большим, ну, копытным животным, да, либо не получается, или обмен веществ надо иметь маленький, как у черепахи, допустим, а у них и обмен высокий, и размер маленький, и к тому же питаются сухими, труднопереваримыми растительными кормами. Ну, за счет немалой степени вот как раз жевательного аппарата, постоянно растущих резцов, да, там зубы без конца растут, и жуют, без конца жуют. Ну, собственно, почему они называются грызуны. Они не пускали наших предков на сушу, на землю обратно, с деревьев. И очень хорошо, потому что если бы спустились, ну, были бы приматы каким-то еще аналогом там, наземных животных, и как бы слишком рано бы спустились, разумными бы не стали. Улетели бы тоже бы разумными не стали, потому что если летать, то большие мозги иметь противопоказано, потому что голова будет перевешивать, как бы с большими мозгами не улетишь. Вот, хотя рукокрылые по-своему это дело тоже решали, и они тоже и там социальные, и обучение у них, в общем-то, хорошо поставлено, и не так все у них плохо, там взаимовыручка бывает, там всякая взаимопомощь у вампиров особенно, но как-то так. А приматы так навеки и зависли между небом и землей, ни то ни сё. И это дало им шанс на развитие, на самом деле. И тут же появляются, само собой, первые уже обезьяны в виде, скажем, амомисовых всяких там архицебусов, и в последующем уже таких нормальных обезьян, ну, вот, например, Эосимиас, одна из первых обезьян, 45 миллионов лет назад, ну, а архицебус это 56 миллионов лет назад, архицебус это Китай, ну, кстати, Эосимиас это тоже Китай. Вот. И они под влиянием вот этих хищников и конкурентов стали увеличиваться в размерах и переходить на дневной образ жизни и на питание растениями, в основном, нежели насекомыми. То есть насекомоядность в значительной степени стали терять. По той причине, что, опять же, стали крупнее. Ну, появляются новые хищники, от хищников можно избавиться, увеличившись в размерах.
Если ты большой, то маленький хищник тебя не тронет. Но крупному животному гоняться за насекомыми не очень выгодно, потому что на поимку насекомого потратишь больше сил, нежели как бы энергии от этого самого насекомого получишь. И есть такая граница кая, так называемая, это где-то полкило, 500 грамм. То есть, если зверюшка меньше, ей выгоднее быть насекомоядной, если она больше, то выгоднее быть фруктоядной и растительноядной. Ну, если не хищник, да, ну, а наши предки хищниками не были. И они переходят на питание фруктами, что мы знаем по строению зубов, например, ну и там челюстей и всего остального. Но распрощались мы с идеей полета, и став такими окончательными древолазами, довольно бодрыми, мы потеряли коготочки и, как бы, с одной стороны, приобрели противопоставленный большой палец, потому что если довольно крупное и тяжелое существо довольно-таки далеко прыгает, оно шмякается об эту ветку, да, его просто может отбросить, ему лучше захватить эту ветку, зацепиться противопоставленным пальцем. Но не противопоставлены вот эти цепкие лапки какой-нибудь там тупаи или там плезиодапсы, мы потеряли. Коготочков у нас больше нет, у нас теперь ноготочки. Ну, в каком-то смысле это потеря, в каком-то смысле и приобретение. Ну, как бы диалектика. Процесс шел дальше, и в олигоцене все стало печально, на самом деле. Потому что, во-первых, климат снова начинает ухудшаться. Ну, там на кривульке видно было там падение дальше, вплоть до современности идет. И становится холоднее, холоднее, холоднее. В это время, кстати, Антарктида покрывается льдами впервые. А где-то, видимо, в Евразии появляются кошки. Вот самая древняя такая более-менее внятная кошка, Праурус на картиночке. И это было великое гадство на самом деле, потому что кошки с самого начала возникли как специализированные хищники на птиц, грызунов и приматов. То есть это те сволочи, которые предназначены нас жрать. А мы просто мясо для них. Это очень неприятно, как бы быть мясом. То есть им-то как и здорово, у него вон рожа какая, да, довольно, но... как бы нашим предкам было очень нехорошо. И с этого момента, как только появляются вот такие уже не просто древесные хищники, а бодрые древесные хищники, которые сами очень попрыгучие, ну, кошки сигают, там, страшное дело, да, даже вот этот мелкий. А Праурус, он был побольше современной кошки, на самом деле. И когда они научились прыгать не хуже наших предков, большинство наших предков на этом месте исчезло. И вот эти адаписовые, там плезиодаписовые, там куча-куча вот этих примитивных всех приматов на этом месте вымирают. Появляются обезьяны, такие уже более совершенные, в том числе узконосые, ну, в частности, Саданиус, а спустя еще там пару буквально миллионов лет, мартышкообразные и человекообразные. Тут приматы реализовали две альтернативные версии приспособления вот к этой напасти злобной. Потому что, с одной стороны, мартышкообразные стали сравнительно мелкими и еще более быстрыми, и стали еще быстрее прыгать по веткам. Это классно, но так они до сих пор и прыгают по веткам. А вторые стали увеличиваться, опять же, в размерах. Ну, потому что, опять же, пока хищник маленький, становишься большим, и хищник тебя не трогает, все очень хорошо. И появляются человекообразные. Но из-за того, что они стали крупные и тяжеловесные, возникли проблемы с прыжками. То есть уже так здорово прыгать, как мартышки, мы не можем по веткам. Из-за этого ценность хвоста как балансира пропадает, и хвост укорачивается, и вот этот хвост цепкий мы теряем, вот, больше его нет. А вот какие-нибудь широконосые обезьяны в Южной Америке его еще лучше усовершенствовали с того момента, и он теперь хватательный, работает как пятая рука фактически. Ну, то есть две руки здесь, да, и еще пятая это тут. Вот, и на конце хвоста у них есть папиллярные узоры, как у нас на кончиках пальцев, которые заодно показывают, нафига эти узоры вообще нужны, потому что они нужны для увеличения сцепления с поверхностью, чтобы не соскальзывать с веток, и для того, чтобы чувствительность увеличивалась, в 100 раз увеличивается за счет папиллярных узоров. Вот, так что у них это есть, они хвостом могут что-то там брать, поднимать, а мы не можем. Но, как бы, печаль. Так, в принципе, иногда помогало бы. То есть, допустим, чтобы я хвостом держал микрофон, а двумя бы руками размахивал. А так мне приходится то одной, то второй. Вот, а так можно, или хвостом можно было бы махать. Тоже прикольно. Вот, но теперь у нас этого нет. Ну и вообще, как бы, стали менее подвижные, потому что стали, как бы, поширше, да, и по веткам уже стали так более осторожно передвигаться на четвереньках. Ну, примерно вот на макаку можно современную посмотреть, чтобы прикинуть, как они это делали. К тому же еще тому исчезает подшерсток, как раз у ранних узконосых, видимо, обезьян. До этого момента, пока они были маленькими зверюшками, подшерсток был актуален даже в тропиках, потому что ночью-то, на самом деле, может быть, в тропиках холодно,
температура падает, и подшерсток, в общем, согревает. Ну, зверюшка теплокровная, много энергии тратит, да, и может замерзнуть, даже в тропическом климате. Но когда они стали размером, ну, хотя бы там 5 килограмм, 10 килограмм, 15 килограмм, да, там некоторые ранние даже человекообразные там и до 60 доходили, вот, тут уже подшерсток становится неактуальным, ну, тропики как бы, ну, хотя похолодание, я говорил, да, но... Это как бы по их меркам похолодание, по нашим-то это нам мечтать остается. И все, как бы подшерстка нет. И это нам аукнулось, это реально потеря, когда наши предки уже сильно позже, о чем я сейчас скажу, выселились из этой самой Африки куда-то там за пределы. Ну вот, и сейчас, ну вот здесь, допустим, в зале довольно-таки прохладненько, да, да и на улице тоже как бы не лето. Да и лето тоже было так себе, прям скажем. Поэтому подшерсток вообще бы не помешал. Вот, в итоге мы там изобрели, конечно, одежду, всякие там печки, нынче не работающие в этом зале, да, и там все такое прочее, вот, но это уже было как бы вот компенсация, опять же, потом. А подшерстка все нет, и больше его, видимо, не будет, но если мы его генетически заново не включим. А дальше, соответственно, ну, на протяжении того же самого олигоцена и последующего миоцена, мало того, что климат становился все холоднее и суше, так еще к тому же появляется новая фауна. Возникают всяческие слонопотамы, слоны, носороги, в том числе гигантские, да, которые большие, крупнокалиберные, начинают очень много жрать и очень много гадить. И этим своим существованием активным они создают саванны. То есть, когда много-много слонов на протяжении тысячелетий, там, миллионов лет жрут и гадят, гадят, жрут и гадят, вот, то любой лес станет саванной по-любому. Вот, это даже гораздо быстрее происходит, что известно из опыта современных африканских заповедников. Когда в африканском заповеднике появляется очень много слонов, заповедник становится пустыней, потому что они все сжирают. Если слонов, наоборот, всех истребить, все со страшной силой зарастает кустами и деревьями, и получается лес, потому что слонов нет. И не только это к слонам, естественно, относится. У нас, когда, допустим, еще там в царские, там ранние советские времена создавали степные заповедники на югах, да, где-нибудь там Асканья-Нова там, и всякие такие, то была идея: восстановим первую экосистему, там уберем хозяйственную деятельность человека вообще с концами. Прогнали всех крестьян, запретили пасти скот, и все тут же заросло лесом. Вот, и никакого степного заповедника не получилось, потому что старых копытных всяких там тарпанов, туров давно истребили, а коров пасти запретили. И все, все заросло. Вот, пришлось возвращать обратно крестьян и просить их: пасите, пожалуйста, коров, да, чтобы они сожрали все эти кусты. Вот, и получилась все-таки нормальная степь. Вот, ну или надо там заселять каких-то антилоп, там, гну, там еще что-нибудь такое. Вот, ну, там без всяких крестьян справлялись. И возникают саванны, как таковые, ну, особенно во второй половине уже миоцена, которые стали нашим домом. Ну, не вдруг и не сразу, понятное дело, но как бы про запас, да, появился экотоп такой, биотоп, который стал нашим домом. А наши предки на протяжении от миоцена, ну и самого конца олигоцена, это проконсуловые приматы, которые еще на Землю не особо стремились на самом деле, лазали по деревьям, но становились все толще, все больше, и вначале ходили на четвереньках, а потом стали переходить к вертикальному лазанию, потому что когда зверюшка большая, то ходить на четвереньках по горизонтальным ветвям ей уже довольно проблематично. Она просто падать начинает вбок. Ну, вот, поэтому они стали более вертикально ориентироваться. И это было одновременно при адаптации к прямохождению. Ну, конкретно у проконсула этого еще на самом деле особо не было. Ну, вот, ну, чуть попозже было. А вот лихо прыгать по ветвям на огромное расстояние, как вот здесь капуцин на фотографии, да, мы с тех пор уже не можем. И самый попрыгучий человек любой там мелкой обезьянке уступает в разы. То есть, если какой-нибудь капуцин сигает, ну вот видно, да, что там следующая ветка, бог знает где вообще, ничего скачет, как бы и не падает, мы так уже не могем. Ну, вот, это жаль. Ну и поэтому, собственно, люди периодически, если на деревья залезают, то они оттуда же и падают. А в последующем, на протяжении вот этого миоцена и наступающего плиоцена, следующего, климат продолжал падать, причем довольно резко. Вот опять же, там овальчиком введено, да, то есть температуры поползли вниз довольно бодренько, в немалой степени потому, что в это время Индия наконец доплыла до Азии, до этого момента она гребла где-то там по морю Тетис, вот. Но тут она воткнулась наконец-то в Азию, стала сминать эту самую Азию, и появляться стали Гималаи. Они вознеслись до небес, выше облаков, перегородили воздушные потоки, ну и морские потоки тоже изменились, потому что положение континентов поменялось. И климат конкретно в Африке, ну и не только в Африке, но для нас она важна, стал меняться в сторону вот этого самого похолодания, стал гораздо более континентальный.
А это усилило возникновение саванн, то есть леса стали со страшной силой исчезать, саванны стали появляться, и нашим предкам не осталось ничего другого, как в эти самые саванны выйти. И вот один из таких первых бедолаг, которые, собственно, с деревьев слезали, ардипитек. При том, что конкретно про ардипитека мы знаем, что у них питание было сугубо древесное, то есть они питались только в лесу. Но при этом уже в строении скелета, ног, таза, у них из основания черепа признаки приспособления к прямохождению у них уже есть. То есть они все еще пытались жить в лесу, но от леса до леса надо уже было идти по открытому месту. И развилось прямохождение, своды стопы, таз такой более-менее квадратный. А в саванне их ждали, естественно. Опять же кошки, которые к этому моменту уже так прочно довольно освоили Африку, где, собственно, наша эволюция-то и шла. И появляются всякие там твари довольно крупного масштаба. Ну, не то, как были эти параурусы, все-таки не крупные, а есть уже такое нормальные звери, вот как этот непроизносимый лакатунеурус. И они начинают наших предков гонять. Ну, понятно, не только кошки, там еще и всякие там гиены первые появляются и все такое. Но предкам было не очень. Вот он там немножко так сутуло озирается, да, ему там не очень хорошо. А выживать в этих условиях можно было, только будучи хорошо сплоченными, хорошо организованными. Если кто-то не был хорошо организован и сплочен, его тупо съедали, если они там друг другу не помогали. А когда они друг другу помогали, они выживали. И, соответственно, самки должны были заботиться о детенышах все лучше и лучше. И, кстати, это был один из поводов встать на две ноги, чтобы детеныша таскать на руках. Вот. А стало быть, самцы должны были этих самок защищать и жратву им таскать, а жратву таскать опять же в руках, потому что во рту таскать еду несподручно, ну и если в рот что положить, уже оттуда не вытащить никак вообще. Вот, поэтому в руках и руки, соответственно, начинают тоже бурно эволюционировать. Вот, ну, правда, у них они еще были так себе, прям скажем, там в основном древесные по форме. Вот, и орудийной деятельности никакой еще мы не наблюдаем в археологическом виде, но тем не менее, вот, они становились все человечнее, и добрее, в самом таком буквальном смысле, что мы видим по размерам клыков. Размеры клыков у них стали уменьшаться, и челюсти стали укорачиваться довольно прогрессивными темпами. Вот. А древолазание и длинную шерсть в этот момент мы потеряли. Ну, длинную шерсть в немалой степени потому, что в саванне она, в общем-то, не актуальна. В лесу она, в общем, нужна более-менее для нескольких вещей. Во-первых, от дождя, потому что тропический дождевой лес неспроста дождевым называется, и длинная шерсть, она как бы защищает от дождя. А к тому же к шерсти очень здорово прицепляются детеныши, которые за нее цепляются. А в саванне длинная шерсть невыгодна. Ну, в принципе, можно и с ней. Там какие-нибудь павианы, они довольно мохнатенькие. Вот. Но наши предки выбрали экологическую стратегию жизни в середине дня активности, да, такой дневной хищник. И там очень жарко. Там солнце шпарит сверху, никакой тени нет, это уже открытое место. Вот. И проблему перегрева можно решать, ну, во-первых, по вертикальным, опять же, положениям, потому что нагревается только макушка, да, и плечи. Вот. А во-вторых, потоотделением. Но если активно потеть, сбрасывая тепло лишнее, то невыгодно иметь длинную шерсть, потому что, ну, она от пота намокнет и как бы будет не очень здорово ночью, когда весь такой весь мокрый, вспотевший, да, а потом температура на 20 градусов как бац, упала, и дуба можно дать. Вот, в лесу-то она так быстро не падает. Но если шерсть уменьшается, то с детишками проблема, потому что их не на чем таскать. Хотя рефлекс хватательный у любого детишки до сих пор есть, вот, но уже как бы на голове ты не утащишь, а на теле шерсти нет. Вот, опять же, надо таскать на руках. Еще один повод стоять на две ноги. И вот совокупность всего этого вместе взятого, ну и предшествующей жизни на деревьях, как я уже говорил, вот этого вертикального лазания из-за увеличенных размеров тела, из-за тех же кошек, привели к тому, что наши предки встали на две ноги. И пошли в разные стороны по той же самой Африке. Но на протяжении плеоцена и начала самого плейстоцена климат продолжал ухудшаться. Эти заросли густые, кустарниковые, такие облиственные, становились все более прореженными, и мегафауна потихонечку исчезает. Всякие там мегалотрагусы, там огромное количество свиней, вся эта радость копытная пропадает. А вслед за ними пропадают и гигантские хищники. Вот. А в некоторый момент возникают, но потом, слава богу, исчезают, еще и конкуренты, гигантские гелады огромного размера, которые занимали ровно ту же самую фактически экологическую нишу, что наши предки,
И наших предков в какой-то момент таки победили. Большинство австралопитеков, вот ранее возникших, на этом месте исчезают. А те, которые исчезать не хотели, пошли разными путями, ну там парантропы это свой вариант, а наши предки стали хомо и заняли экологическую нишу вымерших крупных хищников, потому что когда хищники предыдущие исчезли, а новые еще не появились, появилась маленькая возможность эту экологическую нишу занять. И наши предки, которые до этого были вегетарианцами, стали всеядными. Ну, слава богу, хотя бы не хищниками, а то бы так и застряли, опять же, в этой маленькой такой узкой нише, да. Но всеядными стали жрать все подряд, в том числе мясо. Но для того, чтобы это мясо соскабливать с костей, ну и уговорить как бы эту животную, да, чтобы оно стало мясом, а не просто как бы зверью, стали использовать орудия труда и делать всякие чопперы, здоровенные булыжники, которые мы тут же, естественно, археологически обнаруживаем. И со времени, примерно 2,5 миллиона лет назад, мы находим и каменное орудие труда, и кости со следами разделки, и на черепах, ну, которые, правда, у нас 2,5 миллиона нет датировки, но 2,2 есть череп красивый, мозги начинают с страшной силой расти. И таким образом совокупные изменения фауны, конкуренция с геладами, и там в начале появления, потом исчезновение крупных хищников, дало развитие нашего головного мозга. И наши предки преодолели так называемый мозговой рубикон. Вот. Окончательно стали наземными, распрощались с последними остатками древесности в, своем, как бы в своей форме тела. Ну, что тоже не всегда было так здорово. Вот внизу картиночка, может быть, не такая сильно внятная, да, но это из статьи рисуночек, который демонстрирует переломы австралопитечки Люси. Это австралопитек афарский. Скелет был найден еще там в 70 каком-то году, но недавно его переисследовали, оказалось, что он весь переломанный, очень жестко. И этот австралопитек грохнулся с дерева и убился. И вот там восстановлено было по этим костям, и вот на картиночке нарисовано, как она падала, и там ножка хрусть пополам, таз хрусть пополам, ручка хрусть пополам, челюсть хрусть пополам. И там прям вот статья, просто праздник, там прям долго-долго перечисление, что она там все переломала. И она такая не одна, что характерно была, потому что с того момента, как наши предки слезли таки с дерева, наша стопа перестала быть древесной, а для древолазания форма стопы актуальнее, чем форма руки на самом деле. Ну а рука стала трудовой, она стала как бы вот нашей уже современной, приспособленной для изготовления орудий труда. И, собственно, мы стали людьми. А в то же самое время за пределами Африки потихонечку готовилась наша экологическая ниша силами таких вот сереньких маленьких тружеников, полевок, которые, ну, не только, понятно, полевки, но они в особенности появляются примерно вот в это время, в таком современном состоянии, и начинают со страшной силой жрать растения, разгрызать всякие семена, корешки и так далее, и превращать, ну, вместе с, опять же, похолоданием и осушением климата синхронно, да, превращать леса в степи, и возникает такой биотоп, как луговые степи евразийские, в которые потом наши предки чудесно переселились, поскольку они в Африке жили в саванне, и в Европе, когда они туда, ну и в Евразии, в смысле, в широком смысле, когда они туда мигрировали из Африки, встретили ровно ту же самую степь, ну там с вариациями на тему, понятное дело, но вот полевочки нам территорию подготовили. И люди расселяются по Евразии аж до Индонезии, в одну сторону и там до Британии в другую сторону. Правда, поначалу только вдоль тропического климата, то есть сильно на север они старались, в общем-то, не лезть. Вот. Но, тем не менее, 2 миллиона лет назад, вот там череп из Маниси, например, они расселились, а дальше лучше. Но вот такая беззаботная жизнь в богатом тропическом климате, в тропическом лесу, для большинства населения пропало и стало прошлым. Ну, некоторые до сих пор там живут, в общем, прекрасно себя чувствуют, вот, но это кому повезло остаться в своей родной стихии. Вот, а большинство пошли мыкать горе где-то там по этим евразийским просторам. Вот, но в процессе этого расселения они что-то и получали, понятное дело. Правда, с середины плейстоцена и дальше стало все совсем печально. И климат, как видите, вот, превращается в такую ужасную гребенку. Ниже среднесовременного, вот там вот такая полосочка посередке идет. Что-то я машу пальцами, а тут же есть лампочка. Ну вот, есть вот такая вот полосочка. Это современное, да, значение. А все, что ниже, это ледниковые периоды. Ну, иногда в редкие моменты было и теплее, но это редко было. А в основном было сильно холоднее. Это было очень печально. Потому что, например, в Евразии
в Европе особенно, да, появляются огромные оледенения, и горные, и такие вот северные, и морские, и материковые. Так что стало, короче говоря, грустно очень. Вот. Правда, в таком климате были свои плюсы. При очень сухом, холодном климате довольно мало снега, потому что все ушло в ледник, вся вода, да, и как бы воды-то не особо богатая. Небо ясное, туч никаких нет, инсоляция большая, вырастает огромное количество травы, пусть там сезон небольшой вегетационный период, да, там лето, серединка, но зато солнце полно, а растениям все, ничего больше не надо, вырастает немеренное количество травы, на этом немеренном количестве травы вырастает чудесная мамонтовая фауна, вот, а к тому же еще за счет того, что сухо, вся эта трава здорово сохнет, и на зиму получаются стога сена немеренные, снега не так много. Ну, а если он выпадает, отрастают бивни тут же у мамонтов, да, чтобы это все дело разгребать. Ну, или там рога у каких-то шерстистых носорогов, там всякие эти рога у оленей северных, ну, там копыта у лошадей. В общем, короче, они справляются. Вот, а самое главное, что все это высыхает, и получается огромное количество жертвы еще и на зиму. Вот, получается куча-куча зверья, и фактически та же самая африканская фауна со слонами, носорогами, там, копытными крупными, да, там, лошадями, только в Евразии. Вот, как бы, совершенно аналог. И, опять же, нашим предкам очень хорошо. Можно в Африке жить, а можно и в Евразии. Ну, большинство-то, собственно, жило в Африке, но некоторые вот расселились. А вся вот эта высыхающая растительная масса превращается в пыль, разносится ветром и превращается в лес. Вот там фотография, да, лесового обрыва одного из. И, в принципе, у нас и половина Европы, и половина Азии, и не только покрыта гигантскими лесовыми толщами. Ну вот я, допустим, весь июль только и занимался, что перекидывал кубометры этого леса безостановочно. Там мне страшно подумать, сколько мы его там перекидали. Ну там что-то метров чуть по 10, что ли, там этого леса, да, вот мы его там рыли, чтобы докопаться до этих самых неандертальцев. Вот за 100 тысяч лет его насыпало. А этот самый лес, это очень такая плодородная, на самом деле, земля. И наша вся современная цивилизация построена на этом самом лесе, на самом деле. Что в Евразии, что в смысле в Европе, что в Азии, а в Азии в особенности там лесовые толщи вообще там сотни метров толщиной достигают. Вот, и все это разносится ветром вплоть там до какого-нибудь острова Пасхи, там Австралии, и чуть ли не все плодородие планеты на этом деле построено нынче. Вот, и вся наша земледельческая цивилизация, и все наши успехи сельского хозяйства, это, ну, не целиком, конечно, я уж там немножко, может, проверяю, но в значительной степени это достижение вот этого леса, этих самых лесовых почв. Вот. Так что, ну, потом еще чернозема чуть-чуть добавилось попозже, но это было попозже. А тут как бы это самый лес. И это очень хорошо. То есть в тот момент наши предки это никак не задействовали, понятное дело, но для современности это очень удачно. А наши предки, которые бегали по всем этим просторам, и в Африке, и в Евразии, прогрессировали. Из-за вот этого похолодания, ну и, кстати, в Африке тоже, в принципе, было не так уж прямо жарко, наши предки стали активно охотиться на крупных копытных животных, ну, которых было много, да, и которых можно было есть, и развивать под это дело всяческие технологии. А те, которые к тому же жили в прохладном климате, стали изобретать одежду, жилище и огонь. Где-то с 400 тысяч лет назад, по крайней мере, это точно у нас есть, и в довольно больших масштабах. Правда, первыми всем этим делом стали заморачиваться, наверное, не наши предки. Наши-то предки сидели в Африке, им все это было нафиг не нужно особо. Ну, вот. Но потом, когда наши предки вылезли из Африки, они это у тех же там неандертальцев, ну, одежду, например, переняли, что мы точно знаем по, например, генетике вшей чудесным образом. Потому что, судя по генетике вшей, линии тех вшей, которые живут на теле, и те, которые живут на одежде, разошлись 100 тысяч лет назад. А 100 тысяч лет назад одежда могла быть только у неандертальцев. Это из этого следует, что, во-первых, наши предки плотно общались с неандертальцами и прихватили отши от них. Ну, вот, и то, что у неандертальцев вообще, в принципе, была одежда. Так что не факт, что наши предки это изобрели, но, по крайней мере, наши предки потом это заимствовали. И в любом случае, это как бы достижение тех времен. Вот. Ну, а опять же, беззаботная жизнь в тепле для большинства населения планеты теперь только мечта. Вот. Ну, есть счастливые люди, которые до сих пор там живут, в общем-то, им, как видите, хорошо. Вот. Но это как бы уже не про всех, к сожалению. Ну, и уж точно не про нас, по крайней мере, здесь живущих. Но в некоторые моменты становилось совсем печально. Особенно печально стало 73, примерно 74 тысячи лет назад, когда в позднем плейстоцене на острове Суматра шандарахнул вулкан Тоба.
на месте которого теперь огромная дырка в земле и озеро, в общем-то, вот он здесь вот находится на острове Суматра. Это не то извержение, понятное дело, потому что фотография современная, но извержение входит в десятку самых крупнейших извержений за всю историю планеты вообще. В воздух были подняты какие-то там кубические километры вещества, вот этого вот, туфа вулканического пепла, которые мало того, что засыпали местами землю на 6 метров, ну, то есть, можете представить, если на 6 метров засыпает, как бы, территорию, да, это под верхушки деревьев, как бы, жить там становится очень неуютно, прямо скажем. И, например, в Еварапураме кто-то еще там по этому пеплу ходил, и вот эти вот булыжники там накидал, то есть люди там ходили по этому пеплу. Но долго ли они ходили, большой вопрос. А зона поражения заняла вообще всю акваторию Индийского океана, на всякий случай. Да к тому же еще эти тучи пепла закрыли небо, солнечные лучи стали от этого дела отражаться, и температура на планете еще резко упала. То есть один из вот этих вот пиков, да, вот этой гребенки, ну как бы в минусов, вернее, таких не пиков, а ям наоборот, это как раз следствие этого самого извержения вулкана Тобы. И из-за этого большая часть населения вот акватории Индийского океана исчезла. В Индии, в Южной Азии, там, на Ближнем Востоке, а частично и в Европе, где, кстати, потом еще добавились извержения вулканов в Италии и на Кавказе, и там еще в локальном масштабе такое повторилось несколько раз. Из-за этого все вот это население исчезло, и поэтому утратами являются всякие там хоббиты, неандертальцы, денисовцы. Ну, правда, часть из них это извержение пережила, и те же хоббиты на самом деле пережили, и неандертальцы пережили, и денисовцы пережили где-то по углам. Но их стало, по крайней мере, точно меньше. И когда наши предки, сапиенсы, которые все это время сидели в Африке, оклемались, из этой Африки вышли еще разок, они уже никого там не застали. Ну, по крайней мере, на выходе, да, из Африки там уже особо никого не было. А вот тех хоббитов, неандертальцев и денисовцев, которые где-то там по краям сидели, наши предки успешно и благополучно вытеснили. И со страшной силой разбежались по всей планете. Ну, вот, так что большим достижением нашим, как вида сапиенс, стало расселение везде, и мы вдруг, неожиданно, порядка 50 тысяч лет назад обнаруживаемся по всей планете, там, вплоть до Австралии, да, чуть-чуть попозже всего еще и в Америке, в обеих даже Америках. Немножечко мы что-то прихватили генетического от неандертальцев и денисовцев, но большая часть все это пропало с концами. И с этого момента человек стал царем горы, как бы все, мы заняли главенствующее положение на всей планете, альтернативы пропали, и единственным, в общем-то, фактором нашей эволюции стали мы, собственно, люди. Ну, понятно, что и климат, и питание, и всякие там полевки, и кошки там тоже на нас так или иначе влияют. Вот, если посмотреть количество просмотров в Ютубе там или где-нибудь во ВКонтактике, да, роликов и мемасиков с котиками и, допустим, моими лекциями, то можете догадаться, где просмотров больше, причем там на десятки порядков, скажем так. Вот. Но как бы это уже такое влияние, все равно как бы через нас. То есть мы постим мемасики с котиками, все-таки они котики. И мы, влияя друг на друга, стали фактором собственной эволюции. И стали подталкивать себя. То есть если есть две группы людей, да, и одна из них в чем-то превосходит другую, то она победит, она расплодится, размножится и займет территории и ресурсы. А те, которые как бы какие-то долбодятлы, да, ну, они как бы проиграют вот эту эволюционную гонку, ну, скорее уже не биологическую, а культурную, но это уже как бы не важно, их станет меньше. И в итоге у нас такая как бы вилка возникает. С одной стороны, у нас есть цивилизация, и это однозначно приобретение наше. То есть мы теперь живем хорошо, лучше, чем когда бы то ни было. И современные люди, да, вот сейчас здесь, в данный конкретный момент, мы на пике своего развития, как бы дальше пока, ну, круче, по крайней мере, не было никогда, да, и будет ли лучше, тоже большой вопрос. А с другой стороны, есть и некоторые минусы нашего существования, потому что из всего, чего мы там съедаем и перерабатываем природных ресурсов, получается мусор, помойка, которую мы все это дело загромождаем. Вот. И ресурсов становится все меньше, грязи становится все больше, людей тоже становится все больше, потребности наши без конца растут. И к чему это приведет? Большой-большой вопрос. Так что, ну, как я сказал, получается вилка. Либо станет гораздо лучше, либо станет гораздо хуже. Что, в общем, как бы довольно-таки очевидно. Но однозначно не будет ровно так же.
То есть на таком уровне стабильно долго тянуть не получится никак. А как оно станет потом, зависит на самом деле от нас, потому что фактор-то – это мы. И поэтому практический вывод. Мусор кидайте только в мусорки, а не под ноги, и не на дорогу, и не куда-нибудь. Не курите, не пейте водку, не колитесь тем более наркотиками. Ведите себя хорошо, матом не ругайтесь, прокачивайте свои мозги, детишек водите в школу, делайте им прививки, всячески их лечите, образуйте и следите, чтобы они были умненькие и хорошенькие, умнички-разумнички, и тогда все у нас будет хорошо. Спасибо за внимание. Я читала ваши книги и знаю, что вы придерживаетесь точки зрения, что эволюция человека продолжается. У меня такой вопрос. Последние 70 лет человечество в целом научилось очень хорошо контролировать рождаемость за счет противозачаточных и также хорошо контролировать смертность детенышей, да? То есть у нас выживаемость, сейчас выживают те, кто, ну, в общем, не был бы даже зачат в целом, да? И получается, что человеческая самка, которая хорошо зачинает, хорошо ходит, хорошо рождает и хорошо кормит, может иметь столько же детенышей, как женщина, которая там 5 лет лечилась от бесплодия, имеет проблемы с сердцем, с почками там и так далее. Как это с вашей точки зрения повлияет на эволюцию человека? Вчера буквально такой же вопрос был, на самом деле. Смысл в том, что ну, в вопросе как бы прошито, что выживают как бы не особо полноценные, да, как бы с плохими как бы признаками. Однако же тут стоит всегда помнить, что мы считаем под значением плохой признак. То есть плохой, нехороший признак, вредный, это тот, который снижает выживаемость. А если эти признаки в данных конкретных условиях среды не снижают выживаемость, значит они не вредные, значит они как минимум нейтральные. А в новых условиях, которые потом когда-нибудь могут наступить, они могут оказаться полезными. Ну, опять же, вчера я этот пример приводил, но еще раз приведу, я каждый раз один тоже привожу. Вот у меня, допустим, плохое зрение, да, и мускулатура прям так себе, скажем, и грудная клетка деформированная с рождения. Это все плохие, вредные признаки, которые бы меня уже давно свели в могилу, если бы я был там австралопитеком или там пятикантропом. Но в данных условиях среды они не вредные, они как минимум нейтральные, и мне это выживать не мешает никак. Ну, значит, это и нейтральные признаки. То есть у наших предков был какой-нибудь хвост, да, был полезный. И сокращение хвоста у древесного примата – это вредный признак. А у нас нет хвоста, и нормально. Вот, поэтому, может быть, вот эти признаки, которые сейчас появляются в популяции, они залог нашего выживания когда-то там в будущем, когда они вдруг окажутся полезными. Получается, эволюция стала не биологической, а социальной? Нет, почему? Она все та же биологическая. Признаки-то биологические, они же наследственные, генетические. Это все та же самая биологическая, но с помощью социальности мы ее тоже направляем. Ну, так она не только у нас с помощью социальности, а у волков что не так, что ли? У них тоже социальность, у муравьев социальность. Ну, а там тоже какой-нибудь отдельно взятый солдат, да, рабочий, ну, не рабочий, именно солдат у муравьев, он же вообще урод, как бы, да, у него огромная тяжелая голова, какие-то немеренные сумасшедшие челюсти, сам питаться он не может, он ничего вообще не может, вот он вредный, как бы, но благодаря социуму он живет, и он этот социум поддерживает, он охраняет от врагов. Вот, как бы, пожалуйста, вам пример. Спасибо. Здравствуйте, Станислав. В связи с случаем хочу поблагодарить вас за вашу книгу. Я сейчас которую читаю это «Достающее звено» и познавательно, и читается легко. Спасибо. А вопрос у меня такой. Он не про прошлое, он про будущее, если, конечно, позволите такой вопрос. Представим, что вот мы, суперхищник, да, вдруг исчезаем с планеты Земля. А как, на ваш взгляд, более вероятно пойдет эволюция для возникновения нового суперхищника? Может быть разумного, может быть нет. Это будет кто-то из наших человекообразных ближайших родственников, либо это будет какой-то гораздо более далеко отставленный в эволюционном отношении вид. Либо третий вариант, вообще не будет больше такого суперхищника и как-то будет совсем по-другому. Ну, из родственников я лично сомневаюсь, то есть может быть и потенциально какие-нибудь там шимпанзе, капуцины, там кто-нибудь такой, может стать тоже и заново и разумным, там и двуногим, все такое прочее, там с орудиями труда, но шансы этого не очень велики, потому что для того, чтобы человек стал человеком, нужно стечение вот этих многих-многих обстоятельств, про которые я тут говорил, вот, а не факт, что они так прям сложатся еще разок, а какой-нибудь суперхищник, ну, на уровне просто тупо хищника, скорее всего, будет из того, что уже есть,
Какие-нибудь собачьи, например, чудесные суперхищники, из них могут получиться кошачьи, кошачьи те же самые, медведи, еноты, вот из них что-нибудь получится. Разумными, скорее всего, нет, потому что они уже слишком специализированные. Вот. А самые, конечно, лучшие шансы, как обычно это бывает, у самого чего-то такого непонятного, какие-нибудь там землеройки. Потому что землеройка, она настолько никакая, что из нее что угодно может получиться. И уже один раз из них получилось все вообще, да, там от слонов до нас, и там и кошки те же самые, кто угодно, они все строго говоря землероек. Ну, не в буквальном смысле, да, но в таком эволюционном. Вот, и что бы еще раз то же самое не реализовалось. Так что, может быть, и так. Спасибо. Здравствуйте, у меня вопрос немного не по теме, ближе к палеонтологии. Как разные виды эволюции дошли и могут использовать один и тот же механизм выживания в тяжелые климатические условия, к примеру, как спячка у медведей, у ежей, это механизм остался от предков или они независимо получили его? Ну, в каждой конкретной ситуации там может быть по-разному, но способность подать спячку, скорее всего, конечно, независимо развилась. Потому что у медведей это появилось явно поздно. Ну, медведи, в принципе, они существуют где-то там с плеоцена, наверное, может, там пораньше немножко, но это довольно поздняя группа на самом деле. И у всех других млекопитающих, которые как бы между ежами и медведями, да, никакой спячки нет. Ну, а так что, да, независимо возникло, но это называется конвергенция и встречается в природе полным-полно, сплошь и рядом. Спячка, кстати, есть только не зимняя, а летняя, и у приматов, у жирнохвостых лемуров на Мадагаскаре, там, где очень сухой климат летом и очень жаркий, они впадают в летнюю спячку. Так что, поскольку это уже приматы, чисто гипотетически, это можно у человека такое сделать. То есть у наших предков этого не было никогда, но если это реализовалось один раз у лемуров, что бы и у нас это не сделать. Только нам придется это как-то там подстраивать геном под это дело. Но, в принципе, потенциальная возможность есть, потому что совсем далекие предки-то, рептилии, у них низкий обмен был, они в спячку впадали вообще на раз. Ну, какие-нибудь черепашки, да, даже тропические их охлаждаешь, там в холодильник кладешь, все прекрасно, они там лежат. Лягушки еще лучше. Поэтому от каких-то еще таких хладнокровных предков это потенциальная возможность у нас где-то там прописана. А дальше на теплокровном уже уровне это может еще раз реализоваться, при специфических условиях. Поскольку ежики и медведи живут в одном и том же как бы климате, да, эти и другие, у них это есть. А у тропических, кстати, нет. Спасибо. Здравствуйте. Вот вы говорили про исчезновение подшерстка. Я все-таки хочу уточнить, в какой момент у человека вообще полностью, практически полностью исчез волосяной покров и с чем это было связано, потому что, в принципе, даже с учетом того, что, может быть, он саванне не очень нужен, но, тем не менее, не полностью же он исчезнет. И к тому же потом люди переселялись уже в более северные районы, почему-то на них снова ничего не выросло, так сказать. Можно даже с конца как бы начать, да, заново не возникло, потому что подшерсток еще у первых узконосых обезьян, это было там, бог знает когда, и если гены формирования подшерстка поломаны, то как бы они уже заново откуда они возьмутся, их все уже больше нет. И когда наши предки выселялись из Африки, это уже люди были, от исчезновения подшерстка прошло уже там, бог знает сколько времени, а остевой волос, он особо не греет, и к тому же у них уже была культура. То есть зачем идти эволюции по нарастанию там шерсти, если можно замотаться в шкурку какого-нибудь там зверька. Что они, собственно, и стали делать. И у нас как бы вот эта культурная составляющая препятствовала заново эволюции шерсти. Ну, то есть у животных она заново отрастает. Вон слоны выселились на север, да, и стали мамонтами. У них снова шерсть выросла вполне себе. А у нас есть одежда, просто банально. А если говорить о том, почему она исчезла с самого начала, у первых хомо там каких-то, да, или даже у австралопитеков, если честно, детали мы не знаем, просто банально, потому что у нас есть кости, зубы, а шерсти мы не знаем, когда она исчезла. Это пытаются высчитать по геному, то есть посмотреть, сколько там мутаций в генах формирования шерсти, которые у обезьян нормальные, да, у нас поломанные, и сколько надо было на это времени. Ну и получается, там, с погрешностью, примерно там, от 2 миллионов лет назад до миллиона лет назад, то есть как раз вот примерно на время ранних хомо это дело приходится. Но антропологи считают, что, скорее всего, раньше еще австралопитеков это исчезало. Вот по причинам, которые я, собственно, в лекции озвучивал, скорее всего, это с терморегуляцией было связано. Там есть несколько гипотез. Я вот озвучил о том, что напотевшая шерсть охлаждает ночью, да, но это не единственное, там есть и другие какие-то версии. Но если хочется прям подробностей и деталей, сейчас Александр Соколов заканчивает книгу именно про эволюцию шерсти.
Вот. Но он, понятно, сам такой не то чтобы ученый изучающий, но он собрал все сведения, какие на эту тему есть, там кучу всяких статей, книжек, и вот как бы собрал все это в кучку, что, кстати, до сих пор, на удивление, никто не делал. Так что, может быть, в этом году или в следующем эта книжка выйдет, и вы там все тонкости узнаете. Спасибо. Здравствуйте. Вот сегодня мы начали, собственно, с эволюции хордовых. А какие сейчас версии есть насчет происхождения этих самых хордовых? Есть куча версий на самом деле, но лучше всего, если вам хочется деталей, почитайте труды Малахова, есть такой бесполог, да, Малахов, вот он написал там немереное количество всего, потому что аналоги хорды, строго говоря, возникали несколько раз, и у каких-то червяков там что-то похожее есть, там какие-то аксохорды и еще там у кого-то, вот, но есть несколько ключевых концепций относительно, например, формирования относительного вот этой самой хорды, и нервной системы, и кровеносной системы. Потому что у беспозвоночных и у хордовых они кверх ногами. И вот есть версия, что какие-то предки перекувырнулись кверх ногами, есть версия, что они легли на бок, а есть версия, что они просто с самого начала сформировались из какого-то такого диффузного немножко состояния, ну как бы по-разному сконцентрировались эти системы. Вот. Но это вот как бы основные версии. Но это прямо отдельная такая гигантская тема, так что вот лучше Малахова читайте или зайдите на сайт elementy.ru, и там Марков, ну, сотоварищ, там он не один, да, и там Наймарк, еще кто-то, составляли шикарные обзоры статей новейших на эту тему. Там подборка очень классная и на русском языке очень четко, внятно, со ссылками, что приятно, можно оригиналы статей скачать. Есть куча разных вариантов, которые вот самые ведущие современные специалисты, там и западные, и наши, как бы, да, выдвигают. Вот, вот, можете почитать. Спасибо. Мы говорили сегодня о эволюции, и вы также говорите, что потом, ну, о том, что она продолжается. Эволюция продолжается. И мы взаимодействуем с теми животными, которые теоретически могли бы нас съесть когда-то в прошлом. Получается, что на данный момент мы с ними вместе эволюционируем. Скажите, вот с точки зрения вот социальных каких-то, социального поведения, мы влияем на этих животных? Естественно. Они тоже становятся социальными? Ну, в какой степени, да. То есть, естественно, то есть взаимовлияние всегда в обе стороны идет. И, допустим, про динозавров я говорил, что они вымерли из-за березок. Понятно, что не только из-за березок, и из-за, допустим, млекопитающих динозавры тоже в немалой степени вымерли. То есть само по себе существование огромного количества млекопитающих, и наших предков, в том числе первых вот этих там протоприматов, повлияло на вымирание динозавров. Ну, есть такая, например, концепция, которая основана на анализе скорлупы динозавров, что наши предки создавали стресс для несущихся самок динозавров, как бы просто разоряли кладки без конца. И те до последнего старались как бы не откладывать яйца. Это бывает у современных рептилий и птиц. А когда, если яйцо долго находится в яйцеводе, там где-то, да, в этом, то, и же даже в яичнике, оно обрастает скорлупой слишком сильно. И если очень большой стресс, то откладываются яйца со слишком толстой скорлупой, и детеныш потом не может вылупиться из него. И такие патологические яйца найдены у динозавров. То есть наши предки вот как бы вымерли динозавров как бы. Это вот. И также и со всякими там зверями, допустим, на поздних стадиях с волками, когда волки жили вот в плейстоцене и гоняли наших предков, да, это были не те, которые сейчас, потому что потом наши предки были с копьями и луками и гоняли волков, и теперь волки гораздо более шуганные. То есть сейчас волк на человека нормальный не нападет никогда, он его обойдет там за 100 километров. Вот. А тогда нападали очень даже, потому что они не боялись. Вот. И современные волки по поведению, есть такая концепция у собаковедов, да, отличаются от общего предка с собаками больше, чем собака. То есть собака больше похожа на предка, чем современный волк по поведению. Потому что волк, он наш прямой конкурент, и мы его зашугали прям да нельзя. А собака жила рядом с человеком, и у нее как бы и так хорошо, она такая, как и была, такая осталась. А собака росла, сейчас она здесь. Вот. А сейчас дальше все это продолжается, но вопрос в какую сторону, но всегда влияние в обе стороны, естественно, идет. Вот. И от того, что, например, наши предки, вот как я говорил, там появились какие-нибудь там кошки, там кто-то еще, да, и наши предки стали много прыгать. Так от того, что наши предки стали много прыгать и избегать этих хищников, хищники тоже начинают эволюционировать. И у них идет своя энцефализация, свое развитие там прыгательной там всякой ноги, и, там позвоночника и там чего угодно еще. Ну, а так что там органов чувств, само собой. Ну, то есть это в обе стороны влияет. Спасибо.
Я не понял, кого, чего? Аргентинская тегу, рептилия. Ну, там, в смысле, они с человеком что-то сомневаюсь, что как-то сильно связаны. То есть, ну, во-первых, если это Аргентина, то там люди появились-то довольно поздно, ну и все-таки люди с рептилиями, с маленькими, ну, тегу, он не очень маленький, конечно, да, но не сильно, как бы, контачат. Поэтому они от нас как-то не запредельно зависят. То есть там все-таки в основном сводится, что мы просто их либо тупо съели, либо уничтожили место обитания, и поэтому они сдохли, да, ну и как бы на этом взаимодействие, в общем, так кончается. То есть рептилии – это все-таки достаточно другой мир, чтобы вот сейчас мы как-то быстро и активно на них влияли, или чтобы они на нас влияли. Здравствуйте, я задам два вопроса об морфологии. Один про то, как приматы умудрились остаться стопоходящими, приспосабливаясь к прыжку, что конкретно там задней конечности, где приспособление происходило. Ну, на деревьях стопохождение – это очень классная и выгодная штука, потому что хвататься надо за ветки, и, собственно, поэтому мы стопоходящими, в общем-то, и стали, и развили это дело. А на земле это создало проблемы, на самом деле, потому что стопохождение, оно довольно медленное, и такое энергия, как бы, неемкое, поэтому из-за этого мы очень долго не могли, например, из Африки выйти. И ареалы австралопитеков, они довольно узенькие, то есть они далеко-то не бегали никуда, в сравнении с копытными там и так далее. Поэтому было вымирание австралопитеков примерно 3 миллиона лет назад, очень мощное, когда климат стал сезонный, и наши предки не могли далеко мигрировать. И вот стопохождение нам в минус сыграло. Но это такое проклятие, как бы наследие древесного образа жизни. А что обеспечивает хороший прыжок? Допустим, та же кошка, она пальцем ходящая отталкивается тоже. Ну да. Приматы, которые она находится в стопах. А у приматов у них бедро свободное. У кошки-то бедро, оно параллельно телу фактически, да, и у нее скакательный сустав именно, вот, ну, то, что не цевка, конечно, но вот как бы именно стопа, да, там пяточные кости, знаете, какая там, лодевидная. А у нас, ну, во-первых, некоторые приматы за счет этого тоже долгопятые, у них тоже цевка по полной программе там формируется, и они за счет этого прыгают. Ну, а большинство за счет того, что бедро у нас свободное, и оно от тела очень далеко вынесено, коленка не на уровне пузика, как у кошки, а далеко. И вот получается скакательный сустав. Вот поэтому и прыгаем. И второе, у надглазничного валика есть какой-то функционал или это компенсация, допустим, заглазничного сужения? Ну, тут есть несколько гипотез, но компенсация заглазничного сужения вряд ли, как бы там не очень очевидно. Есть версия, ну, тоже крайне такая сомнительная, что это реакция на прикрепление мышц каких-то, но там не сильно что крепится на самом деле. То есть там это лобно-затылочная мышца, но она маленькая, и там, ну, как уж они там хмурили лоб, чтобы такой надбровный валик отрастить, это что-то сомнительное. Вот. Есть версия такая прикольная, что, дескать, надбровный валик – это защита лица от мордобоя. Что когда они были, значит, такие злобные, там, лобная доля приплюснутая, да, они были агрессивные, вот, и у нас, с одной стороны, кулак подозрительно складывается в кулак, в отличие от обезьян, у которых он так не складывается на самом деле, вот, и валик защищает лицо, то есть была такая коэволюция кулака и лица. На эту тему две статьи есть, вполне такие научные, как бы там все в расчетах, как бы это. Но я скорее это как такой научный юмор воспринимаю. А скорее всего, надбровный валик – это результат полового отбора. То есть те, которые имели сигнализирующую такую штуковину на лице, да, ну то же самое, как там борода, крупные челюсти, большие клыки, там какое-нибудь выражение лица там особенное, ну а может какие-нибудь там хохлы еще отрастить, там у павианов у некоторых есть, например. Вот, а тут как бы надбровный валик. Вот если это альфа-самец, крутой, брутальный, у него полка над глазами. А если он, как у меня, там у него там нулевой балл, да, ну он лох какой-то. Ну, вот. Но до поры до времени это работало, пока они были такие вот довольно агрессивные. А потом, наоборот, пошел отбор в обратную сторону, и особо брутальные стали как бы уже не в части, потому что это снижает сплоченность группы, потому что если он один иерарх, а остальные ему должны подчиняться, в такой ответственный момент система может не сработать. Он скажет, пойдем за нами, он скажет, да ну нафиг, как бы, и все, и все помрут. А, соответственно, если они не слишком брутальные, не запредельные, и как бы не давят друг на друга психически, то они лучше договорятся. Ну и когда есть уже речь, там жестикуляция, мимика, да, они более контактабельные, то подавлять другого просто внешним видом становится уже как бы не нужно и даже вредно, более того. И валики исчезают вот как раз на уровне от гильдебергенцев, которые первые там более-менее внятно заговорили. И дальше у нас надбровный валик прям со страшной силой сокращается и исчезает. Имеем от неандертальцев,
Недавно Гельфанд составлял такой обзор разных трудов на эту тему, и обзор довольно большой получился, на самом деле, там много этих признаков, но проблема в том, что точно мы этого, честно говоря, не знаем. Большая часть вот этого неандертальского наследия – это отдельные нуклеотидные замены, раскиданные там и сям, и не несущие никакой вообще нагрузки. То есть они ничего нам не дают. Они просто как бы вот рассосались, это же прошло 30 тысяч лет на всякий случай, да, то есть это все там затерлось и, в общем, значения никакого особо нет. Но есть некоторые, как бы, аспекты предположения. Например, мутация, которая у европеоида вызывает светлый цвет кожи, она такая же, как у неандертальцев, у которых тоже у некоторых отдельных индивидов был светлый цвет кожи. Поэтому есть концепция, что европеоидная светлокожесть, ну, кстати, у монголоидов там другая мутация, но вот европеоидная светлокожесть – это наследие неандертальцев. Ну вот, это еще, правда, надо доказать, потому что, во-первых, большинство неандертальцев были все-таки темнокожие, это раз, а во-вторых, все пока проверенные кроманьонцы тоже темнокожие. Вот, и разрыв между первыми светлокожими сапиенсами где-то там 7 тысяч лет назад и последними светлокожими неандертальцами 30 тысяч лет назад, он дофига большой, как бы. Вот, поэтому, ну, там 20 с лишним тысяч лет получается разброс, и как бы непонятно, как бы они могли унаследовать. Но у нас нету палеогенетики по Ближнему Востоку, где вот это смешение могло происходить. И когда у нас будет палеогенетика с древностью там 40 тысяч лет, например, с Ближнего Востока, а пока ее нет, тогда можно будет вот какие-то данные подтянуть. Вот, есть еще предположение насчет когнитивных свойств некоторых, ну, там, наследование психических заболеваний, например, недавно там на эту тему рассуждали, обмен веществ, там некоторых специфических болезней, но это крайне все вилами по воде, потому что в большинстве случаев мы не очень-то знаем, как даже у современного живого человека это наследуется. Ну, вот. И если мы не знаем, как у современного живого, что мы можем сказать там про неандертальцев? Так что тут гипотез очень много, но они очень быстро меняются. И если вы почитаете статьи, там сплошь и рядом бывает так, что выходит такая парадная статья, там очень пафосно так все, там вот мы доказали, да, а через недельку выходит другая статья, которая это опровергает, а потом выходит, которая вообще все опровергает. Ну вот, или там по-другому это все интерпретируется. Сейчас палеогенетика в состоянии становления, поэтому пока ничего утверждать мы не можем, честно говоря. Да, спасибо большое. Но у меня еще один вопрос, он касается лапаноидной расы. Все-таки вот удмурты, представители уральской языковой семьи, и у всех уральских народов в той или иной степени сохраняется лапаноидность. Вот и в прошлом в науке высказывались разные версии о лапаноиды, да, что это результат смешения европеоидов с монголоидами, что это некая очень древняя такая вот группа, в которой не были еще промоделированы ни европеоидные, ни монголоидные качества. Вот, и третья версия, что это просто особая раса специфическая. Вот сейчас наука какой версии больше придерживается? Ну, для начала... Языковая семья и раса – это вообще ни разу не одно и то же. Вот. И лапари, строго говоря, самое – это население Кольского полуострова, этого, как он там, господи, ну, короче говоря, севера. Вот. Так что ну, к удмуртам там языковое это родство, да, есть, конечно, но оно очень далекое. И то, что какие-то там расовые сближения, это большой-большой вопрос, какой они вообще там древности на самом деле. Потому что, ну, чисто географически, если посмотреть, да, где те, где и другие, вот, и единство языка, ну, даже там какое-то родство далекое, да, оно ни разу не гарантирует родства биологического, честно говоря, потому что в промежутке тоже какие-то там люди жили. Вот, и, соответственно, все вот эти народы Поволжья, ну, не только удмурты, там, все рядом живущие, там, марийцы, мордва, там, кто еще есть, да, они такие, строго говоря, переходные, правда, между европеоидами и монголоидами, и по такой нормальной классификации они все-таки не лапаноиды, а уральская раса. Вот, причем удмурты, они, ну, в сторону, скорее, все-таки европеоидов, нежели монголоидов ближе. Вот, то есть монголоидность такая очень слабенькая. Там есть такие иногда термины, там, сублапаноидный тип, там, субуральский тип. То есть он как бы, в общем-то, европеоидный, но с таким легким налетом чего-то такого вот восточного. И чисто из географии и истории, вот насколько известно, и сейчас немножко генетика подтягивается, получается, что тут население, конечно, было там с палеолита, вот. Но все время боролись две тенденции. С одной стороны, изоляция, потому что все-таки численность населения была небольшая. Вот. А с другой стороны, какая-никакая миграция была. Вот. И перевеса в ту и другую сторону никогда жесткого не было. То есть нельзя сказать, что это либо изоляция, либо метисация. Было и то, и другое. Вот. И какие-то свойства, наверное, сохранились в древности, но с этим проблем не всего, потому что очень древних остатков человеческих вот с Поволжья, в принципе, у нас нет. У нас один верхний палеолитический череп из маяка, и все. Как бы мы не знаем, кто здесь жил в верхнем палеолите. А маяк – это Самара.
как бы, да, и больше у нас никого нету по всему Поволжью. Вот, и по Уралу тоже нету, и по Западной Сибири тоже нету. Так что мы просто тупо не знаем, что там происходило. А начинаем знать где-то с неолита и позже, там, с Бронзового века. Ну, там, в принципе, видно, что это уже вот предки современных людей. И вот в таком каком-то состоянии, немножечко изоляции, но все время при этом на проходном дворе, по большому счету, жили. Поэтому включили в себя генетику и тех, кто восточнее жил, и тех, кто западнее жил. Немножко тех, немножко других. Ну, поэтому такая промежуточность получилась. А самская лапаноидность? Самская лапаноидность, там скорее больше изоляция все-таки. Потому что Кольский полуостров – это, ну, такой хороший изолят, экологический, и там они сформировались более-менее сами по себе. Другое дело, что они там довольно быстро сформировались, и недавно, потому что там вообще ледник лежал, и там, в принципе, никого не было. Вот. Но как ледник растаял, кто-то туда заселился, вот с европейской части нашей, да, и оказался в изоляции, маленькая численность, маленькие группки этих там оленеводов, ну, а вначале вообще охотники были, и вот в условиях маленькой численности изоляции специфические признаки усилились, и вот то, что мы теперь называем лапаноидной расой. Вот. А уже в 20 веке это в значительной степени рассосалось, потому что когда туда понаехали все, кому не лень, там шведы, финны, если это в западной как бы, части, да, и там русские, коми, и там кто угодно, там немцы, как бы вот с юга, ну, для их, по их меркам, как бы с юга, с нашей как бы, стороны, с российской, там метисация дошла до того, что такой вот прямо лапаноидной расы, как она была 100 лет назад, ее сейчас, в общем-то, и нет. То есть вот этих вот лопарей, по учебнику описанных, их сейчас не существует. Они сейчас такие хорошо уже европеоидные и, в общем-то, ничем принципиально не отличаются от среднеевропейской расы. Огромное спасибо. Завершающие два вопроса. Станислав, спасибо за лекцию. И у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, куда сейчас движется наука по изучению человека, его биологии, его эволюции? И какие сейчас основные вопросы как раз изучаются? Ну, движется вперед исключительно и только. Ну, антропология – это наука большая, развесистая. Тут как бы в каждой области есть свои задачи и вопросы. То есть есть, допустим, там, спортивная антропология, медицинская антропология, там, ауксология, геронтология, и там этих логий всяких полным-полно. Если речь идет именно об антропогенезе, о происхождении человека, то тут ключевые вопросы происхождения приматов вообще, то есть мезозойская история, там все пока в тумане в достаточно сильном. Потом переход к прямохождению, примерно там 10 миллионов лет назад, у нас есть куча зубов, но нету хороших красивых скелетов. Вот именно, чтобы там 10 миллионов лет назад, 8 миллионов лет назад, 7 миллионов уже есть. Вот. Потом следующий тонкий момент, это переход от австралопитеков к хомо, и тут есть продвиги такие основательные. Вот буквально в этом июне были хорошие статьи по новым находкам Восточной Африки. Это вот самые ранние хомо, как раз там 2,5 миллиона лет назад. Ну, прям красота. И там стопа описана, зубы описаны, там что-то еще такое есть. Вот, и еще статьи точно будут, потому что есть еще находки, которые пока только анонсированы, но публикации пока не было. Так что вот прям вот это на глазах появляется. Потом еще тонкий момент, это возникновение сапиенса. Потому что там, ну, гораздо все известнее, но все равно еще хочется побольше узнать именно вот эту африканскую историю. Мы здорово знаем про неандертальцев, денисовцев, там кого-то еще, ну, про денисовцев не очень, но как бы про Евразию, по крайней мере, да. А вот про Африку, где самое это интересное происходило, мы все-таки обрывочно знаем, потому что это Африка, и там просто мало копали, мало исследователей исследовали, и собственных исследователей там пока не богато. Ну, в Эфиопии, в Кении есть, да, а в других местах-то не очень. Вот, и там еще много всего откроют. Ну и уже так размазано по всей планете, это какие-то эксклюзивные человечества. Там в Южной Африке эти хомо-наледи, денисовцы те же самые, хоббиты. Вот сейчас там на Лусоне новый вид открыли буквально в этом году. Там на Сулавеси сейчас того и гляди откроют. Ну, археология уже есть, там антропология подъедет. Вот, и вот такие какие-то экзотические странные человечества, китайцы там все время что-то у себя находят, вот, их еще точно будут находить. Вот. Ну и уже там много-много частных вопросов, типа там заселение Австралии, заселение Америки, ну это уже такие детали. И палеогенетика, само собой, это прямо сейчас вот пик развития, когда все больше и больше пытаются в это идти. А вот последний писк моды – это палеопротеомика, когда выделяют белки из костей, а они лучше, чем ДНК, сохраняются, и у нас есть шанс расшифровать геном австралопитеков. Потому что если мы найдем белки австралопитеков, а это не невероятно, это может быть, ну, то из белков мы расшифровываем ДНК, ну пусть там не весь геном, да, ну кусочки хотя бы, и сравнивать можем там с обезьянами, с нами, там с кем угодно. Вот это вот сейчас самое такое острие науки. Спасибо.
Ярослав. Большое спасибо за обе лекции. Лекции очень классные, материал вообще, то есть хорошо занимает внимание и очень интересно сидеть. У меня два вопроса, может быть даже, ну, таких личных. В общем, вы говорили о научных закрытиях буквально не только что. Какие были вот научные закрытия, вот, ну, вот, которые вас лично потрясли, например? Ну, все-таки, наверное, открытие. Закрытие. То есть, когда последняя статья опровергает ту идею, которая вам очень нравилась. Вот. Что-то такое недавно было, но что-то так сходу... Ну, например, вот из таких, то, что в голову приходит, про пигментацию как раз. То есть, когда, например, первые были исследования ДНК неандертальцев, генетики сделали вывод, по вот Монте-Лисине, там где-то еще, что неандертальцы были светлоглазые, светловолосые и светлокожие. Вот, там два генома как бы это дело показали, и там рыжеватые. А потом все последующие новые анализы показали, что все другие неандертальцы, сколько их там нашли, все темнокожие, темноглазые, темноволосые. Вот, это ну, не то, что прям совсем закрытие, но, тем не менее, в какой-то момент художники стали рисовать неандертальцев прям сплошь белобрысыми. И в книжке, например, «Байки из грота», вот которые здесь у меня все подписывают, да, я когда ее писал, и у меня там написано, что они там светленькие, и художникам, там, художницам, да, я говорил, рисуйте их беленькими, потому что они стопудово были беленькие. А потом только эта книжка вышла, вот ее напечатали в продажу, она пошла, и тут же генетики начали строчить статьи, что они все были черные, эти неандертальцы, да елки-палки. Вот, и как бы это вот такое. Потом с датировками все время какая-то беда. То есть, например, хоббиты удревнились, то они были 18 тысяч лет, стали 80 тысяч лет. Да, сапиенсы регулярно удревняются, хомо наледи те же самые, ну, вначале их открыли, и, например, я лично пророчил, что им будет там 1,5 миллиона лет, вот, а оказалось 300 тысяч лет, вот, это как бы и открытие, но одновременно и закрытие в том числе, ну, вот, наверное, такие самые основные. Ну, и второй вопрос, дайте коротенькую рецензию на последнюю прочтенную книгу. Но вот последнее прочтенное мной, и то, что хорошая правда, это Леви Брюль и Леви Строс, например. Ну, это два таких столпа этнологии, как бы этнографии, которые про первобытное мышление. Вот. Ну, не только они, просто у меня очень дырявая память на имена, и еще какие-то такие очень классные книги читал, но вот они в том числе. А, еще есть, конечно, шикарная Артемова, называется «Племя Исава», по-моему, если я правильно помню название. Ну вот, шикарнейшая книга тоже про охотников-собирателей, ну, современно, причем Леви Брюль и Леви Строс — это старые книжки, а вот это «Племя Исава» — это новая книжка, и прям вот про жизнь охотников-собирателей вот такая вот. Спасибо большое.